Dark boy. Nobody can save you. Villains will embrace you. Cough about the bed in the house and chase you. You can try to hide, but they'll find and face you. You can try to fight, but they'll finally maim you. By the end of the night, they will try and hang you. Tied to the heights where you lie and dangle. Do you believe in the angels? I believe I'm trying to light on my candles. All the anxious things, the xenophobe tackles. Broken angel wings, reading poems backwards. Rearview mirror caught the reflection of a bastard. Goodness gracious, man, he done grew past it. Old video cameras that seen his ghost captured. Soul fractured, burned footage, so my ex shackled. Walk this road, made a rose out of gold, but the bones was cold. When I dug them out the dirt, trying to build my home. Haunted by these crows, but I must move forward to see the signs being told as I walk this road. Made a rose out of gold, but the bones was cold. When I dug them out the dirt, trying to build my home. Haunted by these crows, but I must move forward. 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 Заткнуться. Перше слово, з якого я вирішив почати цей стрім. Просто неймовірно. Дякую всім, що дочекалися. Да? Привіт, чатику. Привіт, мої улюблені підписнички, мої любі друзі. Що ви зараз перед собою бачите? Лисого уйобка, який з'їбався з горизонту, з поля зору. І нікому нічого ніколи він спостерігав. Він вижидав правильного моменту для того, щоб не дуже радіти і потім не дуже засмучуватись з того приводу, що я бачив, що це якась постанова відбувається. Але мені потрібні були докази. І ось докази, і ми побачили, що постанова тривала менше, ніж одну добу. І що ми можемо зараз сказати? Що йдіть ви нахуй, черти, блядь. Хто з вас думав, що це реально бунт, переворот? Ну, тобто, дякувати, звісно, тому типу з п'ятого елемента орку, який показав нам, показав всьому світу, що Росія – це просто назва штучно створена, як і вся страна, як і все, що з нею пов'язано. Але, було прикольно спостерігати за цим. Я просто не міг відірватися. Я міг вийти на стрім і це з вами обговорювати, але я вирішив абстрагуватися, порішати в цей час свої справи і зібрати картину. І були багато думок з приводу цього. Що там і як там. Хто пробував пісінг? Голосування? Який пісінг, блядь? Невже лицого шарлатана прикрили совість, він вийшов провести стрім, прикинь. Я думаю, чат чекав стрім ще два дні тому, коли Пригожин йшов на Москву. Звісно, всі чекали чат, але я хотів відсвяткувати з вами. Відкуркувати. Да? Відкуркувати? Пляшку якусь, піздатеньку, дорогу. Признаюсь, я сумував. Хто сумував, плюс чат. То, ті, хто сумували, це зразу плюсик. Лайкосик в чат став, блядь. Лайкосик став, я падлять зверх, до гори, колокільчик, і підписуйся на канал. Для того, щоб показати, продемонструвати своє істинне відношення і ставлення до моєї лисої головешки в окулярах. А ті, які
Просто то просто. То повна залупа. Але прикольно зараз поспілкуватися з ними і поспостерігати на їх, за їх реакцію. Я не знаю навіть навіщо. Ну, це ж типу, в чат-рулетці зараз повинні бути ті росіяни, які мають відповіді на всі запитання, які ми будемо задавати, які знаходяться в інформаційному фоні, і будуть вивозити ці запитання. Запитань багато. А у вас що? Розказуйте, чат, ви ж мої друзі. Типу, для мене ж стріми це не так, як для інших стрімерів. Для мене це потеревенькати, по душам, про піські, сіські, про психічні порушення, про комплекси, про стереотипи, про тригери. Все розказуйте, що відбувається, чим зможу, допоможу. Совєтам, комусь гривні, комусь може і кому, ну, кому як. Кому як треба, тому і треба, і так і зробимо. Треба було на гарячому ловити? Да ні. Яка швидкість інтернету в тебе? 0,1. Шол, думав, не дошол і розвернувся пів капа біть? Класно! А мені ніхто не наливає. А стакашка пуста. Налийте, якщо хочете. Якщо. Або давайте віджимай. Хоча, бля, в мене сьогодні був стрім. Ну, але соточку, я думаю, зможемо дмухнути в сапілочку на соточку зараз. А? Байт на донат на сотку віджимань. Та ні, таких нема, навряд чи сьогодні є такі донатери, які зможуть витягнути такі просто немислимі суми. Чого ти коменти в Телеграмі не читаєш? Тому що я вирішував свої справи, вирішував свої зліва, вирішував з боку і попереду, і позаду, і всюди повирішував. І зараз можу читати вас тут. Тут пишіть і тут відповідаю в реальному часі. Ви ж розумієте, наскільки це цінно. Ну, нарешті стрім. Так, Єліночка, Віталь, гасі їх каєбіння маленькі. Ну, ти вовремя, звісно, подробив стрімчанський. Ну, Шойгу сьогодні олені опустили. Отжимайся давай. Ну, так ти закинь спочатку. 666 на 20-ку, или 3, 333. Що, розривав органа шматки, да. Що таке тіт? Ну, не знаю, може, я хотів написати тіф, или ТНТ. Що за очки? Очки фірми Beautiful Ukrainian Survivor. Угу, окей, 300 лайків бачу, починаємо чатрулеточку. Не буду вас затримувати, тому що якщо немає любові, то немає нічого. Сіленка можна? Тільки, братуха, не Сіленка, а Сіленка. Сіленка — це по-англійськи. Це коли в загранпаспорті так написано, я так написав, назвав свій канал. Ну, просто... Якщо написати Сіленко на англійській, то всі будуть казати Сіленко. А для мене це дуже боляче, тому що в дитинстві, в школі мене так називали, і мене це коробило, тому що є, не «е». Що за «е», блядь? Сіленко. До дошки Сіленко. Та де ти нахуй? Пам'ятаєш азербайджанця, який давав прогнози, що війна, що буде 2 роки, потім Третя світова? Я пам'ятаю. Я тримаю це в голові і не забуваю про це, якщо... здійсниться все, що він казав в тому відосі, я його зберігаю, хоч там поганий звук, хоч там погана якість. Як вам, до речі, якість звуку? Як, на вашу думку, вона змінилась? Стала краще, ліпше, ніж була на інших стрімах? Чи 200 баксів, які я потратив на оцю синю поїботу, яка додає, щось там додає, було марно потрачені? До речі, в колір, прикиньте, як я сьогодні в колір одіївся. Ось на паску одітися, як завжди, ток, така сама якість. До свидання. Все, давайте, все доброго, паси. Не думаю, що Сіленко — це більш українська назва. Сіленко — це більш українська. Ні, не думаю. Що там по сквірталю там? Угу. Почому за жіночку на Хрещатику не заступився? І так по лицю жагнули. Ну, розумієте, там заступатися за жіночку, це ж треба потім продовжувати, якось наше спілкування, мінятися номерами, з'їдти з нею каву попити, а мені якось, ну, блін, дублювати не хотілося б. Хто підписаний на мій інстаграм, той бачив, що сьогодні коїлося, на Хрещатику обожнюю, білий налів, п'яну вишні там, ні, ну, білий налів, на п'яну вишні там культурні типи сидять, тому що дорожча п'яна вишня, напевно, через це. Там налівка, а білий налів — це такий... Хоча, блядь, не знаю. Ну да, там бутылка за 100 чем-то. В п'яній вишні бутылка, не знаю, скільки стоїть. Що за відео з азербайджанцем? Та там десь на каналі подивіться. Тебе розвели на 200 американських гривень. Угу. А хіба Сіленко краще, ніж Сіленко? Так, Сіленко — це краще. Тому що це моя фамілія, друже.
Ну, от у тебе, ти, ну, Руслан Хор, да? Тебе будуть люди називати Руслан Хур. Як тобі? Або хуй одразу, давай, не мелочиться. 50 лайків докидуйте, і можемо запускати ще рулеточні. Вакхадалі! Як тобі? Ти Хор, а тебе хуй називає. Тобі норм так буде? Моя фамілія по паспорту Сіленка. Називайте, будь ласка, мене так. Ну, типу, зрозуміло, зараз там в коментах попадають хейтери. Лиси, ну ти гламуров блакитному, я, да, Color Exclusive, Sex Exclusive. Потрібна гопрошка. Однаково, я так сумувала, Лесечка. Моя ж ти китечка. Та не треба було сумувати. Мене стільки відеороліків, там у ютубіки, що можна було по всіх попереглядати. Ну, трошки чую. Трошки фанить. У мене в телефоні. Чую. Чую, нахуй. Угу. Не будемо таки договорювати. А так а що? 25 лайків. Доведемо до кінця цей проектик. 13 лайків. Алло. Ні, 23 мав на увазі. Та не фаніть все чітко. Стабілізатор не взорвется. ТНТ називає. ТНТ названня. А, натуре. Смотри, граната, да, шарите? Та я вже по 10-му кругу дивилась. Ну, в ноль Unreal, но уже пізже. Это не мої проблеми. Если вы пускали мужчин, Виталий ко мне уже приехал. Пинк Монсон. А что бы мы с тобой делали? Виталь, зажигай! Нанак, туши, пожар, посалют. Кинь посылание. Посилаю. Какое посилання? Сквірталенко. Як тобі? Сквірталенко нормально. Ти там моєго сина так буде звати. Сквірталенко Саймон Віталійович. Сразу стрінги. В стрінгах треба його рождати, щоб він ходив уже сразу в стрінгах, курив вейп, на гіроскутері катався і був вегетаріанцем. І піде повний набор справжнього. Кого? Чатик, напишіть, будь ласка. Голубі стрінги. Сквіртослав. Да. Саме так. 300 лайків є, все, не маю права вас затримувати. Дякую всім. Дякую за увагу, спасибо за увагу. А ми... вивіску не включив. Ти долбоєб какой-то. Ну, ще зараз один синій колір появиться. Загубил трошки. Я сексолог? Пинк Монсон, ты сексолог? Мне нужен секс? Или солог? Или сексолог? Да ебаный стул, блядь, сука. Ух, пизда, я буду судиться с этой поеботиной. То есть, я заплатил такие деньжища, чтоб оно не ёрзалось? Хули оно не ёрзается? Мне надо, чтоб ёрзалось. Ёрзик вонючий. Так, не видно. Ладно, похуй. И не надо, значит. Все, как оно надо, так оно и идет. Здрасте. Привет, это... Первый человек, который мне сегодня встретились. Спустя неделю моего отсутствия. Видите в курсе событий, что происходит? Тебе прям с пятницы или с сегодняшнего прям дня? Прям вот что есть, вот на душе, что кипит. То, что вот мне было бы интересно. Пятница смотреть. И суббота. Ну вот это Пригожин, что-то там бунт устроил. Никто потом его... ничего не знал в России. Ага. Начиная от Москвы и кончая окраинами. Так. Российские блогеры куда-то все тиканули. Так. Появился чисто случайно Skyline, потом он куда-то убежал. Вот эти блогеры Пригожин, этот Шойгу, Герасимов, Кадыров, да, вот эти блогеры, Лукашенко. Эти блогеры там блогерствовали. Блогерствовали. Я имею в виду, да. Друг у друга брали в блог. Да, да, потом один дошел до речки, ага. Решил плавать он не умеет. И такое бывает. И развернулся. Царствие небесное. Что теперь там неизвестно. Теперь, значит, выступление товарища Путина. Угу. Тоже
Все ждали, ждали, ждали. Все замерли в стойке. Конференция какая-то, да, была у Путина? Ну, здрасте. Там же было заявлено, что экстренное обращение к нации, которое перевернет все. Это в тот момент, когда этот Пригожин на Москву. Вот сейчас, в 22:10. Сегодня? По Москве. Да. Не смотрел, что было там? 5 минут 12 секунд. Что говорил? Я благодарю Родину за то, что сплотились. Я благодарю всех, что проявили мужество и отработали все классно. До свидания, ваш Пу. Даже постскриптом не было, там все хорошо, на Пасху новое. Девкин Стрелков уже сказал, что худшего я не видел. Призвал уйти в отставку. Потрясающе. А кто ж на кого Россиюшку-то оставит? Пригожина в Беларуси, Путина в отставку. Что ж, Шойгу куда, кого? Придется выпускать Навального. Выпускайте Кракена, как говорится. Да-да-да. Они еще, кстати, не знаю, как будут отвечать за три бунта тюрьмы в России. Они же повыпускали, по-моему, с ростовской зоны людей. Угу. И в Москве был бунт в двух СИЗО. О, воры подняли. Прикол, прикол. Потом выступали ребята, ну это вот в Телеграме везде, вот это Шторм Z. Команда, которая из зэков. И сказали, что, слышь, мужик, так не делается, и уважаемые люди типа с тебя спросят. Мы на тебя надеялись, а ты нас кинул. В общем, потрясающе. Я не знаю, что происходит. В гениальное время живем. Я вот только не понял этого момента с Лукашенком, он не пришепит. А он 20 лет, оказывается, знал. Пригожин, да. Ты что, не знал? У него же все карты были еще изначально советские. Откуда Пригожин готовил нападение через Ростов на Москву? Да, он мало того, что он с четырех мест знал, когда будет нападение. Он еще, оказывается, Пригожин знал. Вот он про какое нападение говорил. Да. Мы-то думали, это про украинское. Слушай, ну там вроде как на полном серьезе... Да, там вроде как на полном серьезе строят какие-то лагеря для вагнеровцев. В Беларуси? Да, на 8 тысяч койко мест. Это достойно. Локацию главное, чтобы скинул потом в ЗСУ, и там разберутся. Ребята. А она же Беларусь маленькая, чё ее там? Ну, согласен, но тактичкой как-то, ну, не но могла, самый не мем был, слава. Это вообще украинские пограничники, значит, в мегафон белорусским сказали, ребята, берите тесто, приходите с ним к нам, будем делать ваши любимые галушки. Пускай. В общем, мир потихонечку. Говорят, опровергли уже про Беларусь. Не знаю, я видел то, что видел, я сказал. Но тем не менее. Ладно, спасибо за курс событий. Сейчас пойду у русских уточню, что там, как, что помочь может чем-то им надо. У россиян. Морально, не обижай меня. Физически, этически, как им, что им. Спасибо. Да. Пойду. Счастливо. Ще назнімали готівки в п'ятницю в банках Москові. Да, там, конечно, полный акшен. Сейчас козлину ще попробую найти, щоб общалась. Ще назнімали картофельний спас. Здрасте, женщина. Здравствуйте, мужчина. Вы из России? А вы откуда? Я с Украины. Очень приятно. Мы из России. Поделитесь тяготами насущными. Что беспокоит, тревожит душеньку грешную? Вообще ничего не беспокоит. Батюшка, что ли? Что-то происходит у вас. Я выпал на неделю с курса событий и решил у россиян, чтобы от первого лица услышать, что у вас там за мятежи, что у вас за бунты, перевороты, Шойгу в отставку, Герасимова в отставку, этот Пригожин что-то в Беларусь поехал, Путин что-то сегодня хотел сказать, народ его ждал, а он сказал, всем спасибо, все свободны. Это что-то происходит? Спасибо. На кого страну оставили? Навального выпускать собрались? Или как его будете поступать-то по... Навальный как сидел, так и остается. Он да и встать может скоро. Он как Россия, как встанет с колен.
Она уже давно устала, блядь. Пригожин взбунтовался немножко. Говорит, мы мало поставляем оружие вам. Чтобы вас пиздить. Ну, не в смысле вам, а в смысле на границу туда к вам. Ага. Поэтому, видите, да, Путин плохой. А Пригожин здесь при чем? Пригожин при том, что ему надо больше оружия. А больше оружия ему куда нужно? На границу. На какую границу? Украины. Группировку ЧВК Вагнера месяц назад отозвали от всех границ Украины. Нет, ничего там никуда не отсылают. Официальное заявление. Не было этого официального заявления. Это руководство Российской Федерации. ЧВК Вагнер больше не присутствует на территории специальной военной операции. Не было такого. Не было такого, и ЧВК Вагнера, и все наши организации тоже. То есть вы хотите сказать, что ЧВК Вагнер во главе с Пригожиным снялись во время войны, во время спецоперации и пошли на Ростов и на Москву, в это, когда вот такой ситуации? Да, как-то так. То есть они подставили... Это... А кто же остался там на границах? Подожди, а кто тебе сказал, что они пошли на Москву? Остались те, которые не согласились идти против Путина. А кто тебе сказал, что они пошли на Москву? Пригожин сказал, 200 километров не оставалось до Москвы, потом Лукашенко позвонил ему по пейджеру. Ага, а ты смотришь, если бы Пригожин хотел, поверьте, он дошел бы и до Москвы, раз уж на то пошло. А вы, но нет. Вы верите в Пригожина, да? Да я бы не сказала. Я верю. У нас помимо Пригожина еще много чего есть. Мы много, например, что кто есть у вас еще лучше, чем Пригожин? Теперь ему нельзя на спецоперации быть. Ну почему это ему нельзя? Вы сами себе поставляете свои ответы. Смотрите, нет, хорошо, Пригожин теперь просто он будет как сильный человек. Вот и весь разговор. Ну, пешка, сильный значит, человек, что... все, ему больше нельзя на спецоперации, потому что на него позаводили уголовное дело в России, потому что он мятежник, поднял бунт, пошел против своей страны, террорист получается. И все. А кто теперь будет руководить группировкой? У нас в России нету такого, как преследование тех людей, которые пошли против власти. Их просто высылают из страны. Ну вот, а я же спрашиваю, кто теперь будет руководить ЧВК Вагнер? Ну, значит, кто-то будет другой. Не будет такого, как ЧВК Вагнер, либо это будет по другим началам. То есть расформируют ЧВК Вагнер? Да, нет, скорее всего, да. Нет. Те, которые не пошли... Определитесь между собой, вы же подружки, придите к общему знаменателю, чтобы мы обсуждали какую-то тему. Те, которые пошли против России... А мы вообще на эту тему не обсуждаем здесь. Мы по-человечески пришли, а тут это... Мы уже 5 минут говорим о ней, успокойтесь, уже вы в ней, уже внутри, мы плаваем в этом корыте. Мы уже плаваем, ведь. Мы уже зацепились. Те, которые пошли против России... Ну не плямкай, скажи подружке, пусть не плямкай. Что-то набежаться начало, в разные стороны плевать слюнями. Не надо кричать, по-русски не надо оскорблять. Скажи, пусть картошку пойдет почистит, будь полезной. Те, которые пошли против России... Ну заткнись, ну дай с подружкой пообщаться. Что ты лезешь? Поставь 5 копеек свои, всовываешь язык куда не надо. Тебе не приглашали в этот гэнг-бэнг. А не подружка. Иди, распространяй трихомонаду себе куда-то в другое место. Ты мне не нравишься. Ты гутаришь слишком быстро. А ты как, не быстро? Да, блядь, у меня в ушах звенит. Вот когда ты что-то рекаешь, тебе на жардину уже пора. Солнце зашло, курочкам пора спадки. Завтра с петухами надо просыпаться утром. А ты что думал, блядь? А ты-то что думал? А ты вообще думала о своей ловёшке, когда говорила, вступала в эту перепалку со мной? Да, я с тобой в перепалку не вступала. Ты лезешь, гундосовка, смотри. Скиглить начала сразу. Найдете тогда других, там поспокойнее будут. Мы с тобой общаемся, она перебивает. Не уважает тебя. Подружка, блин, нашлась еще, блядь, пробледовка, блядь, вонючка. Смотри на нее, блядь. Распространяет тут свои пропаганды вонючие, блин. Гэнг-бэнг. Чатику, хочу бачити 500 лайків, без 500 лайків, ми не на 7 сантиметрів. Не зрухаємося з місця, тут будемо, тут усе, здесь. І все, нікуди, нігде, нічого, нікого, блін. Всі посилання на донатики залишу вам тут для самих мажористих із вас, для тих людей, які, ну, знають, що таке двіж. Знає, що таке, що куди. Віталій, що ви знаєте о Тіграні? Що, хто це? Ізвините, я не в цій...
Я ставив букакіпер, не всі полайкали, хитрі чай. А ти какой, бля, смотрите. Вітай, сделал бы с ними гэнгбэнг, конечно, только не со своим аппаратом, чтобы они хоть-нибудь привыкали. А с вот этим, который прижелезный, сколько за 24 стрима? Что сколько за 24 стрима? Что сколько за 24 часа стрима ты имеешь в виду? 2к баксов, 24 часа суточный стрим. Почему теперь не на час стримишь? Как это не на час? Еще как на час? А вы вот напомнили, а если бы не напомнили, а теперь вы напомнили об этом. И теперь вот это и просто убрал эту штуку, а потом опа, и сейчас этот дети хорошее настроение, опа. Нас и скинчился, все, до свидания, чатик. Спасибо за внимание, вы отличная аудитория. У вас с вами, вот так классно было с вами вот здесь находиться, блин. Але, ну сколько, вот до двух часов, да, полторушку еще ебанем. Полторушка это 3600, 1.8, 3600, 4... 601 8 400 1600 1400 3 4 4 5. Сука, нихуя не работает голова. 1800 плюс 3 600 равно 5 400. Я пытался, но не, к сожалению, не прокатило. Я просто сегодня на кроссфите был, поэтому я выплюнул вместе с легкими все, что было в моей голове. 3, 5, 7, 10, 5, 4 утра. 8300 будет. Да, конечно! 8300. С того вот такой математика у тебя. Давай ты мне по 83 гривни будешь. Я у тебя доллар буду давать, а ты мне 83 гривни за каждый доллар один. За единицу доллара 83 гривни будешь со мной давать? Обменяю сразу 73 доллара у тебя. Годится? Согласен? Или на USDT мне скидывай, я в два раза больше тебе скину. Давай, годится, как на ебать этот был когда-то давно, вот эти вот, буквально вчера. 5:10, 5 минут 15, 5, да. Что с вами? А что как? А как мы будем с вами так сотрудничать, если 500 лайков, типа, уже 3:29 минут не можем сделать? Шну. Ну кого? Опять же. Вагнеровцы умирают, когда вы лайки ставите. Один лайк, один минус на небеса, царство небесное, пухом, праком, мраком. Раком. Угу. России надо прекращать путаться между ногами, и не будут люди на Россию наступать. Кстати, вау. Вау, это not bad. А ну-ка еще сделайте что-то интересное. У тебя тут чат GPT, который тебе все посчитает. Да, кстати. Хотя это не кстати, ладно. Земля, стекло. Назар может... О, 500 есть, все, базару ноль. Услышал, почувствовал, понюхал. Почухал? Привет. Да ну привет. Стоп, это Украина, это не надо нам. Сейчас пропаганды всякие будут. Цепсошенные высказывания, которые нам вообще не кстати. Виталюня, в Махачах приймав участь? Нет. Я считаю. Быстрые ноги, пизды не боятся. Это раз. Господь, Господь. Ты? Ты не слишком много на себя взял, слышишь? Ты ушастый. О, да хуя не смотрю. Смотри, бобрига только что выплюнула что-то капу свою вторую. А, братья, Не пизди, бля, смотри. Оба, давай, состязание. Хочу увидеть сосисочные соревнования. Ставлю на вот эту лошадь в центре. У тебя там горит что-то, блядь, эй. Чучело. Ты только что сперму по губам поводили. И ты сейчас выступать будешь? Тебе сколько лет, дурачок? Тебе по губам поводили, ты думаешь, ты имеешь полномочия выступать здесь? Тебе слово дали? Тебе разрешили высказаться, что ли? Ты что, микрофон? Ты что, блядь? Или что, блядь? Ты прибыл на поле боя. Ты потерялся в пространстве и прибыл на поле боя, чтобы пососать немножечко. Ты не с той планеты. Алло, это не твоя игра. Каков твой социальный. Каков твой социальный статус, перхоть? Ты читаешь там или что? Тебя шерстили сегодня? Тебя шерстанули сегодня? Я не понимаю. Ты, бля, выпиздай. Не понимаю, блядь. А тебе и не надо.
Вытащи хуй изо рта, скажи по-русски. Тебя размагнитили сегодня, успокойся. Бля, мне вот эти... Опустили. Вот эти вот петушки, блядь, когда пригубили. Они как будут кукарекать? По-любому, по-другому, да? Когда Пригожин к вам зайдет через Белоруссию, буквально через неделю. Пригожин, спасибо, успокойся уже. Вас похоронили. Это такой стыд, это такой мрак. Все, что сейчас происходит у вас в России, ты представляешь? Путина нет. Настолько демонстрация слабости, отсутствие яиц, отсутствие зубов у всех. Назови мне единицу Российской Федерации, которая имеет вес сейчас в России. Вот этом обоссанном Львове, нахуй. Вот, вот, а что? Где-то, блядь, вот там. А ты в каком городе сидишь? Ты, Шерстюган. Назови мне единицу. Детдомовцы. Детдомовцы, назовите мне единицу Российской Федерации, которая имеет вес. Мамка твоя огромный вес имеет. Вот, вот это молодец, вот это похвально, класс. Наконец-то вы перешли на комплименты. Вы уже понимаете, что все потеряно. Это агония, говорит вас. Вы уже начали... Вы учили гимн Украины? Че ты мотыляешь головой своей? Дай чапалаха. Бобриха, Бобриха, а ну соберись. Дай чапалаха ему. Я понимаю, что ты сейчас в агонии. Да ты не заикайся, все нормально. Не у тебя. Как бы. Но слушай, честно. Отдай ты ему уже на бутылку. Хочет сесть человек, не мешай. Братец, нет, ну серьезно, ты подумай. Спасибо за комплименты. Столько комплиментов в одном диалоге я никогда от вас не слышал. Все, давайте мимозочки. Пригожин зайдет, за щеку возьмет, а потом расформирует своих зэков. Да, я не понимаю. Сколько можно всех их обманывать, держать в забмении, в темноте, в ахуе, в во лжи. Бобриха. Макгрегор растерялся. А я краще, Зеленский чи Зеленский? Руслан. Ты какой-то, ну, чайник вскипяти. Так помотыляй вокруг. Помажь яйцо, свари, как этот бабки откатывают. Откатай себе вот это, чтобы... Ну... У тебя просто этот... носовые пазухи сильно забиты. Как это называется? Фу. Гайморит. Вот. Привет. А, привет, да. Плохо слышу. Говори. Да, конечно. Вот эти... Россиянцы вот эти, да? Скажите, да, чатик? 600 лайков, 40 лайков не встречаю. Что там? Привет. Что там? ЖТМ, говорю. Кому? ЖТМ. ЖТМ, и что такое? Ты не знаешь, что такое ЖТМ? Да я откуда знаю. Ну, это когда Пригожин мятеж делает, до Москвы хочет добраться, а потом разворачивается, ему ЖТМ. А кто он добрался до Москвы? Так, ну, это ж ему на все уступки, на все условия пошли Пригожина. И он такой, ну ладно, раз вы так обосрались. И куда он уехал? В Беларусь ему там дали, ему сказали, он премьер-министром Беларуси теперь будет. А Белоруссию куда уехал? Не в Беларуси, а в Белоруссию. Ну, Белоруссию куда уехал? В Белуссию, в Белугию, блядь. Кушал рыбу Белугу? А сколько от Белоруссии до Киева? А сколько в Белоруссии волос на голове у людей? Да ебу, у тебя нет. Ебу, а у тебя ты колодец свой так прикрываешь, маскируешь. Ветерок подул в ту сторону, и все пошло. Мне хоть есть немножко, а у тебя есть? Есть немножко. В голове нет немножко, а на волосах есть немножко. На жопе волоса. Хочешь понюхать, тебе отослать? Могу побрить, очко скинуть тебе по блютузу. Нет, я А ты хочешь салат посолить вот так, чтобы было как специя? Дурачок, что ли? А у тебя рука приклеена к подбородку? Нет. Пидор ответ. Хочешь? Ладно, смотри. А сколько будет километров до Киева от Беларуси? От чего?
От того. От чего? Скажи хоть раз правильно. Не слышал. Ну не оскорбляй народ свой братский. Смотри, не ваши союзники, ты издеваешься. Смотри, какой похабник. Ты всегда такой с гнильцой от был. От Беларуси. Вот, я говорю, где Вагнер сейчас сидит? Сколько до Киева? Сколько до Киева? Угу. 28 тысяч световых лет. Ну, 100 километров, да? Световых, да. Годовых. Ну, 100. 100. Все ровно столько, сколько членов твоей попе побывало, да. Ты долбил? Это все же, ты же не смог перешутить. Ну, надо же как-то остроту ума иметь. Нет, это украинские бутыли. Вот, эти украинские, да? Это украинские. Ну, перешути. Ну, смотри, ну, надо же быть сильным понял, человек. Ты, ну, ты, подожди, когда подожди, атакуют, подожди, подожди. Перед такой переиграть, переверни фрейм. Сделай, сделай свой ход конем. Отсекай, ну, что ты? Один шаг назад, отсекай, два раза в Беларусь. Отсекайся, еще раз говорю. Соси хуй. Да чего ты, ну не оскорбляйся, ну, так сильно. Подожди, я слышишь? Да, конечно. Я тебя не отпускал, тебя слышишь, оскорбить... уйдешь, когда я тебя разрешу, тебя... понял? Подожди. Собакой тебя воняет. Оскорбить невозможно. Его, оскорбить тебя невозможно, потому что все украинцы посасывают. Ну что в этом смешного? Я думал, ты скажешь, тебя нельзя оскорбить, потому что так, как тебя оскорбила жизнь, уже невозможно никому, никак и нигде, ни при каких обстоятельствах, но я все равно буду оставаться на своем месте и делать то, что я могу с тем, что имею, то есть доминировать, властвовать, разделять члены в твоем рту. Нет, давай вот так сделаем. Ты, блядь, слишком сильный пиздоболь. И что ты со мной делаешь? Подай на меня в суд. Какие вы, блядь, утырки. Вот что реально, ты, блядь, утыхки. Вот, тут просто, блядь, невозможно, блядь, долбоёбы. Вы себя думаете, что вы, блядь, умнее всех. Мы не думаем. Ну, на самом деле, факт. самые тупые, реально, реально самые тупые. Реально? Вот тебе скажешь пару ласковых, и ты сразу гордишься этим. Нахуя? Это называется сила, это называется мужество, это называется стержень, это называется яйца. Это все, ну, термины, это все термины, обозначения, которые никогда не были доступны в твоей жизни, не будет априори твоего рождения на Российской Федерации, потому что ты хромосомы прям, блядь, у тебя не хватает такой, осознать всю суть естества. Я хуй его знает. Киев когда возьмете? Что? Лишь бы что, либо бы что-то пиздануть. Абсолютно не подумал ничего, не сопоставил, все за и против. И жопа сразу горит. Буквы в своей голове не смог логически. А когда Донецк возьмете? Когда президента нормально поставите, который не будет таким сыкуном и трусом, когда Москву захватывают, единственное, что он может сказать, единственное, что он может сделать, это перекопать пару окопов, вырыть там тракторами на дорогах. А если ты знал, ты не знал, наверное, что танки по полям едут, им дороги не надо. Не, хуй плетик. А когда контрнаступ? Какой? Какой наступ? Контрнаступ. Что такое контуй? Контрнаступ. Контуй, что такое? У тебя в жопе, который сидит. А когда? А когда логопедов новых завезут в Россию? Я говорю, контрнаступ. В логопедов когда завезут в Россию? Я говорю, да. Я говорю, что ты говорю? Говорю. Гавайю, это ты имеешь в виду в Гавайях? Говорю. Что ты говоришь? Хаваи на Ваи? Контрнаступ когда? Это вот эти кальянные рэперы, которые тебе нравятся, да? Контрнаступ тебя, когда? Если побрить вот эти перхоть, которые у тебя на голове, можно кальянные рэперы нормально отобриться, слышишь? Ты долбоёб? И тогда же, когда прошивку новую завезут китайскую в Россию, чтобы у вас все буквы были доступны. Когда? Сколько букв в русском алфавите? Контрнаступ. Сколько букв в российском алфавите? 33. А чего у тебя не хватает? Чего не хватает? Не хватает пару букв. Ты выплюнул. Куда ты их дел? Сколько? 35? Да не знаю. Сколько. Ты куда-то выплюнул парочку. Ну, пару букв. Нет, не хватает. Нет, ТИ, пусть будет ТИЦТИ. А в украинском алфавите сколько букв? Даже в слове ТИЦ? Подожди. Тормози. В украинском алфавите сколько букв? 8 в пятой степени. 8 в пятой степени. 8 в пятой степени. Сколько это будет? Да, 3. Да-да. Что да-да? Сколько будет 8 в пятой степени? Ты ж не знаешь.
Все. Успехов. Умный русский. Самый умный на планете. Чего? Давай, больше давай. Таких не видел. How are you? Сегодня правую how are you? Любишь. Здорово. Привет. О, стример, что ли? Нет. Блин, а что, этот Шурик, микрофон? Шурик, музыкой занимаюсь. А, музыкой занимаетесь? Да. Понял. Микрофон а ты чего занимаешься? Что ты в классе сидишь? Да подарок от деда. Я ничего не занимаюсь. Лежу, дрочу, сижу. Сколько тебе лет? 13. Поддерживаешь спецоперацию? Нет, конечно, вы чё, дядя. Как ты относишься к последним происшествиям в России? А что за допросы-то такие? Мне, ну ты в каске сидишь, похож на вояку. Говоришь, от деда достался спецоперацию. Блядь, ты на меня военно похож. Это очень интересно. Так ты же не похож, в том-то и дело, что мне интересно, как дети относятся к происходящему в России. А, как дети относятся. Ну, вообще спецоперацию я не очень поддерживаю, так сказать. Ну, а вот, вот это по последнее... Смотри, допустим, месяц назад у тебя были мысли о том, что Россия имеет возможность, шанс, ресурсы для того, чтобы что-то противопоставить украинской армии? Так, месяц назад нет, конечно, а вот год и 4 месяца назад, конечно. До так начала, все, да? Мне кажется, до начала, конечно, когда мы не видели, как наша российская армия работает, когда нам говорят, что у них там новейшие технологии, всякие там танки, самолеты. Mm. Вот. Вертолеты, корабль. Когда по факту увидел, что происходит? Ну, конечно. А как работает это в головах людей, которые видят то же самое? У них также два глаза, пара ушей, одна голова, рот, ноздри. Но почему-то у них нет критического мышления, они не могут обработать информацию в своей голове так, как можешь это ты в свои 13 лет. Ну, у каждого как бы свое мнение, у каждого свой характер. То есть, и мышление, соответственно, по-другому. Характер и мышление, то есть... Ты видишь, что российская армия обосралась на территории Украины, где она что-то делает, там она обосрывается. И другой человек, Z-патриот, видит, что она обосралась. Но ты говоришь, что она обосралась, а он говорит, что захватили, победили, это победа, это отрицательное отступление, это тактический ход, это Пригожин молодец, сейчас это нормально, это все, это мы ловко такая у нас. Ну, я за всех говорить не могу. Я этот... Ну, как бы, не знаю, что у них в голове, какие тараканы. Вот поэтому. Эти последние действия ЧВК Вагнера, Пригожина, слова Путина. Что ты можешь сказать об этом? Об этом? Ну, я могу сказать то, что я ждал в Москве, чтобы ЧВК Вагнер пришли, они, к сожалению, не пришли. А слова Путина, ну, как тебе сказать, мне опасно это говорить, на самом деле. Опасно. Но негативно, я бы так сказал. Согласен. Как ты думаешь, твоя личная, субъективная точка зрения, Крым кому принадлежит по факту его существования? Крым? России? Почему? Ну, потому что мы в 2014 году его аннексировали, наверное. А, ты называешь вещи своими именами? Голосованием граждан. Не, аннексировать нельзя голосованием. А что тогда можно... Аннексия это вооруженный захват. Какое нужно голосование? Я пришел к тебе с пистолетом у виска. Я у тебя спрашиваю разрешение. Можно я заберу у тебя твой телефон? Ты мне его дашь в любом случае. Мне аж страшно стало. Страшно стало? Ты в каске в голове, ничего страшного, не бойся. Маленький, сладенький. Ничего не буду с тобой делать. А твои родители поддерживают? Мои родители? Нет. Не поддерживают? Почему что, вы не уехали из России? Три буквы, да. Чего, блядь? Можете повторить, пожалуйста? Три буквы твои родители поддерживают или нет? Нет, нет. Так, а почему вы не уехали? Из России? Из России. Ну, потому что у меня, во-первых, тут друзья, у меня тут как бы, ну, школа, образование, можно сказать. У родителей здесь хорошая работа. И особо больших средств, чтобы уехать и работать где-то в другой стране, у нас нету, потому что у моих родителей, к сожалению, не удаленная работа. Вот. Понятно. Ответил? Да, ответил. Ужас. Здорово. Здравствуй. Ты похож на человека, который потенциально мог бы быть в рядах ЧВК Вагнер. Да? Угу. Странно очень, почему так? Татуированный, такой дерзкий на вид, покиданный, помотанный жизнью. Может, проснулся только недавно, может, баловался препаратами или алкогольными средствами. Ну так, просто первое, может, что будет, да. Увидел, то и озвучил. Как относишься к Вагнеру? Отлично отношусь.
Как относишься к их трусливому поступку? Почему трусливый? Сделать такое громкое заявление, а потом дать заднюю. А кто дал заднюю? ЧВК Вагнер. Что ты решил? Слышал заявление ЧВК Вагнера пару дней назад? Слышал? Дойдем до Москвы. Ты... А что скинем это дали? Преступное руководство, которое не дает патриотам, людям жить, делать то, что они должны делать, закончить эту войну и все такое. Мы идем свергать власть. Проходит какое-то количество времени. Все. Мы идем в Белоруссию, едем отдыхать. А ты не думаешь, что это часть СВО? Объясни мне целесообразие. Кто является выгодоприобретателем в этом случае? Что? Откуда ты сам? Откуда ты сам? Как это влияет на твой ответ? Ну, конечно, это очень много. Если ты из России, я тебе одно скажу. Если ты из Украины, я тебе другое скажу. Я из России. ЧВК Вагнер обосрались. ЧВК Вагнер обосрались на основании того, что они поняли, что они не смогут сделать полноценный мятеж. Они обосрались. Конечно, они обосрались. Все? Так. Устраивай? Давай другой ответ. Я из Украины. ЧВК Вагнер обосрались. Ты же сказал, что они будут отличаться. ЧВК Вагнер обосрались очень сильно. Очень сильно обосрались. Неплохо. Да. Что будем с этим делать? Как российский народ, ты как к этому относишься? Ты же сказал, что я ЧВК Вагнер. Что? Ты же сказал, что твои домыслы, что я ЧВК Вагнер. ЧВК Вагнер — это не народ России? Народ России. Но я же не могу тебе раскрыть все тайны, раз я ЧВК Вагнер. Так мне не надо. Ты от лица ЧВК Вагнера не говори. Ты от лица народа России говори. От лица народа все охуенно. Все охуенно, все по плану? Да. Ебануться, какие планы. Обосраться на спецоперации, обосраться внутри своей страны, затеять гражданскую войну, проиграть ее дважды. И с одной стороны, и со стороны армии РФ, и со стороны ЧВК Вагнера. И сейчас... А что, какой... Как, что, как еще можно опустить Россию? Руководство... Мы в 100 километрах от Киева, понимаешь что? И в 200 километрах от Москвы. В 100 километрах от Киева. Когда? Сейчас. Мы сейчас? Да. Очень страшно. Бойся. Очень страшно. Куда мне бежать, скажи, бойся, пожалуйста. В какую сторону? Через Белоруссию ехать или через Россию? Мне кажется, ты вообще находишься в Европе, и тебе не стоит никуда бежать. Думаешь? Да, я в Европе. Украинцы Европа, молодец. Ну и все. Украинцы Европа. Очень наигранный смех, но правильно сделал, это правильный поступок с твоей стороны, что ты закрыл рот, чтобы я не видел твоих гнилых зубов. Мне говорили, что ЧВК Вагнер нормально платят пацанам. Да, нормально, нормально. Почему не удосужился сделать себе нормальную улыбку? Или понимаешь, я все равно выйдет? Все равно застрелят. А почему ты глаза себе не сделаешь нормальные? Че ты в очках сидишь? Может, там Европа. Ты видишь, где находятся мои очки? На твоих глазах. Нет, они под моими глазами находятся. Ну и че, а зачем ты нахуй? Ну и что, блядь? Обосрался, попроси прощения или придумай новую шутку? Ты даже на не можешь нормально. Ты даже прыщики два не выдавить не можешь? Рассказываешь мне здесь что-то, что-то ЧВК Вагнера. Да что ты лезешь? Очки зачем надел? Сынок, алло. Очки зачем надел? Алло, куда? Блядь. Морщины свои не напрягай. Очки зачем надел? Повылазят, нахуй инсульт тебе ебанет. Это же не морщина, это вены у тебя повылазили. Очки зачем надел? А кто теперь будет управлять ЧВК Вагнером, когда Пригожина депортировали в Беларусь? Ты же лысый, похож на Пригожина, ты будешь управлять. Ну это понятно. А ты будешь... А, ну, все, ты подчиняешься мне, получается? Ты мой подчиненный. Ну, конечно, ебать. На колени! Ой, ебать. Все, я встал. Ты встал? Да. Так, проси прощения. Вылечу. А это так вы просите прощения, ЧВК Вагнер? А че я все... У тебя синдром Туретта? Это случилось, тебе надо помочь. Какой же ты долбоеб, блядь. Ебать, зачем ты одел очки, скажи мне? Чтоб ты спросил, долбоеб.
Прикинь, бля, я только что с тобой сманипулировал. Я одел очки, я и ты сделал то, что я изначально запланировал, когда их одевал. Обратил твое внимание на них. И ты повелся. И ты у меня, я уже у тебя в голове с самого начала нашего диалога. Слышишь, уже повелся, но... Слышишь, а ты этот нацист, получается, да? У тебя вон татуировки вот эти все. Какие? Вот эти все татуировки у тебя, смотри. Расскажи быстрее, по-моему, нацистские! Расскажи быстрее. Ты нацист! На колени быстро. Кто тебе научил так? С такими же татуировками ЗСУшников, азовцев ловили и обвиняли их в нацизме, в поддержке Гитлера. Ты Гитлера поддерживаешь? Я же на коленях уже. Это молодец, это хорошо. Ты должен теперь жить на коленях. Тебе вон цветочки гробовые у тебя лежат. Это у вас реликвия семейная, передается по наследству от деда. Пиздец, блядь. От деда к тому, кто выжил. Пиздец. Как же мне теперь жить после твоих слов? Ёбнешься. Согласен. Тебе нужен психотерапевт. В России таких нет. Но, в принципе, можно пообщаться с ведмедями нахуй в лесу где-то. А мне кажется, тебе нужен, блядь... Я не спрашивал, что тебе там кажется, что тебе не кажется. Пойди умойся. Что ты, бабка старая, там пиздишь? Пересадка на голову нужна. В таком русле, да, мы начали общаться? Ты начал лаять? С какого момента ты начал лаять? Что тебя сподвигло на то, чтобы превратиться в псину? А ты начал хрюкать. Ты хрюкаешь с самого начала. Зачем ты превратился в псину? Ты хрюкаешь с самого начала. Я не понимаю, псячий. Что ты хохол? Я псячий не понимаю. Зачем ты хрюкаешь, блядь? Ты любишь... Вонять, свинять. Пойди понюхай жопу кому-то. Как ты любишь это делать, ладно. Бесполезный, бессмысленный разговор. Тату значит фашек. Да. Это есть такое. С этим спорить не стоит. О, еще один. Что, какой еще один? А да может ну, еще? А? Сколько можно? Что сколько можно? Ну, один за одним. По поводу женщина, что у вас происходит там? Женщина, мужчина, что у вас происходит? Что, чем вы недовольны, чем вы взволнованы, обескуражены, возбуждены? Я вас умоляю, это вы меня не умоляй, хватит меня умолять. Почему все россияне меня умоляют постоянно? Прекратите. Это, конечно, похвально. Нужно... Это похвально, что вы начинаете умолять. Сначала вы агрессировали и говорили, что нас надо там что-то где-то как-то. Сейчас вы уже умоляете. Неплохо. В неплохое время живем. Очень интересное, историческое. Молодец, давай, молодец. Заговорить решил. Женщина, с какой целью вы здесь? Мужчина, а вы? Я здесь для того, чтобы... Я вот неделю отсутствовал полностью в информационном пространстве. Мне очень интересно. Столько событий, столько информационных поводов случилось. Я решил у первоисточника узнать, что происходит с Россиюшкой. Какая помощь нужна? Да нам все хорошо. Вам все хорошо? Мятежи, себе... мятежи, бунты, перевороты, гражданская война. Да ладно. Как интересно. Расскажи. Мне... Так это же ваш президент рассказывал. У тебя 4 глаза. Расскажи. А у тебя сколько ртов? У меня один. У тебя один, но какой? Открой, покажи. Давай, рассказывай. А ты открой, давай. Покажи сначала, какой рот, нет, и потом я тебе расскажу. Перескакивай. Ты не перескакивай. Какие мятежи-то? Давай, так, говори. Путин. Что он говорил пару дней назад? Почему он сегодня выступал? Что сказал? Что твой президент? К какому выводу ты пришла посредством его разговора? Ты все проспал. Так я же зашел спросить, кто там, почему Пригожин пошел захватил администрацию Ростова. Да народ ЧВК «Вагнер» принял как своих героев. Начали аплодировать, принимать с хлебом и солью. Так, как рассчитывали в Украине, что примут армию Российской Федерации 24 февраля, когда начали специальную военную операцию, но получилось немножко по-другому. В Ростов пришли ЧВК «Вагнер» и заняли позиции, заняли точки. Народ их полностью поддержал. ФСБ, КГБ, вот эти все ваши АБВ, ЛГБТ, ЛДПР, все поддержали. Ничего никого не останавливали. Сказали, ребят, давай. Делайте, мы надо молодцы. Он говорит, на Москву пойдем. Пошли на Москву,
А потом Путин, опа, включил заднюю, пошел на все уступки, выполнил все требования ЧВК Вагнера. Представляете, до какое время мы живем, интересно, что президент Российской Федерации настолько стал слаб, настолько потерял влияние в обществе, в России, во всех структурах власти, во всех вертикалях, что он договаривается и забирает по первому требованию каких-то зэков, забирает. Не останавливайтесь, говорили вот эти все суровители потрясающие. И я бы тоже все хотели, весь народ хотел, чтобы Вагнер не останавливался, потому что к чему бы мы могли прийти, представляешь? Или у тебя своя какая-то правда? У тебя даже стена посыпалась, прыщавая стала. Что случилось? У тебя стена даже посыпалась от всех происходящих событий. Где? Ну вот, вся в трещинах. Да ладно. Да ладно, да шоколадно. Так а ты объясни свою ситуацию, свою позицию ко всему происходящему. Нет? Слушай, я тебе что хочу рассказать. У меня унитаза нет, телевизора нет. Соболезную. Ладно, давай тогда послушаем, что твой президент говорил час назад. Я первый раз буду слышать, я еще не слушал. Это говорю. Тихо. Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Вот эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту, обречены на провал. Вот так. Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях, твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии. Какие украинские? Фактически все российское общество. Всех объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отечества. Подчеркну, с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан. Молодец. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали. В том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе. Беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами «ни шагу назад» гибнут наши товарищи. Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление, лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих. Именно такого исхода братоубийства хотели враги России и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия. А наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице. Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления. Но просчитались. Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических, разрушительных последствий. Вместе с тем, мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» — это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать в темную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего. Поэтому с самого начала событий, по моему прямому поручению, предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого потребовалось и время. В том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку. Понять,
что их действия решительно отвергаются обществом. И каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили. Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение. Не пошли на братоубийственное кровопролитие. Остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами. Либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас. Но, уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку. Признательны президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. Но повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Так, вот это ответ президента России после... Какое у вас имя? Что? Нет, а какое у вас имя? Может? Ну вот, меня зовут Надежда, а вас? Меня зовут Степан Шухевич. Ну вообще, молодец. Просто молодец. Это 24-го? Когда это происходило все? Сегодня. 20... А вот это обращение 2 дня назад, вот это когда мятеж начался, президент России. Сейчас, секунду. Ну, вот. Обычно. Так я сказала, все. Может, сил, правоохранительных органов и специальных служб. По бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически. Вы молодец. Знаю, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру. Толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, красава, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа. От боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге трагедии гражданской войны. Русские убивали русских, братья братьев. А корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы, да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу. И тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Солидар и Артемовск, города и поселки Донбасса. Сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и слава тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению в конечном итоге и к капитуляции. Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы.
Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России, сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасности, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку. Сделать единственно правильный выбор. Прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. И вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания. Станем еще сильнее. Так, это первое обращение. И второе обращение было, да? Ну, мы наоборот их слушали. То есть ну, вот сейчас президент... Да, президент твоей страны назвал всех мятежников, которые прошли против своей страны, предателями, которые будут наказаны. Да? Всех, которые присоединятся, да? будут тоже наказаны. А наказание, которое сейчас последовало, это каникулы в Белоруссии. Пошли на все уступки ЧВК Вагнера, которые он попросил, потому что по-другому этот конфликт не разрулился бы. Привет. Тебе... Красавчик. Тебя устраивает слабость твоего президента на нынешней ситуации, на данном этапе войны с Украиной, когда твой президент идет на все уступки с зэками, с заключенными тюремщиками, которые захватывают город-миллионник Ростов и останавливаются в 200 километрах от Москвы, и твой президент договаривается на их условиях и выполняет все их требования. Какая сила осталась у Российской Федерации и какая теперь по счету она армия мира, если внутри своей страны когда-то, какое-то время назад, Россию называли второй армией мира. Потом начали говорить, что Россия, армия России, армия РФ, вторая армия Европы, а сейчас армия России — это вторая армия в России. Потому что она идет на уступки ЧВК Вагнеру, частной военной организации, группировки 25 тысяч, из которых там тысячи, наверное, полторы-две по итогу Ростов-то кошмарили, все остальные были направлены на Москву. Насколько ты любишь и веришь сейчас свою страну и все, что в ней происходит? Значит так, я понимаю, ты мне сказать ничего не знаешь. Нет, вот, все, я высказал. Я не понимаю просто, почему ты перебиваешь меня. Я высказал все, что я хотел, и теперь даю тебе слово. Ты очень некультурно себя повела в этом, а я буду поступать по-своему. Прошу прощения. Вот видишь, с Петербурга такая некультурная. Извини, пожалуйста, Степан. Значит так, смотри, по поводу... отдыха и каникул в Беларуси. Ну, смотри, наш президент красавчик. Отправил их поближе к Киеву. Вагнер-то. Все хорошо. Взбодрить вас, чтобы вы там не расслаблялись. Подожди, армия России сотрудничает, ну, Россия сотрудничает с Беларусью. Это ваши партнеры. Вам ничего не мешало? Смотри, ЧВК Вагнер, ты говоришь ближе по Беларуси. ЧВК Вагнер были выведены из боевых действий еще месяц назад. А что ты возбудился? Что ты так возбудился? Послушай, ну, ты боишься, ладно, прекрати. Ты боишься сильного я оппонента, когда тебе отвечают на каждый твой парень. Дешевый выпад или ты что? Ты такой красивый русский парень, я тебя умоляю. Послушай, Степан. Слава Михайловна, ты боишься, когда с тобой ведут диалог и реагируют на каждый твой выпад? Во-первых, надежда. Смотри. Надежды больше нет в России, успокойся. Надежда Владимировна. И Владимир тоже уже закончится скоро в России. Был когда-то, но он теперь потерял все влияние, которое у него когда-то было. Я тебя очень хорошо знаю. Я знаю, как ты ведешь диалог. Я знаю, что ты моя фанатка. Не была бы ты моей фанаткой, ты бы не слушала меня на протяжении 20 минут. Потому что мы с тобой уже встречались, и ты слился. Засранец. Каждый раз. Как и всегда. Значит так. В Белоруссию мы их отправили. Потому что из Белоруссии Вагнеру поближе к Киеву. Все понял? Что вам мешало своим ходом добраться? Послушай, ты не расслабляйся, главное. Чтобы, понимаешь? Чтобы Вагнер с вами рядом. Ваши, так скажем, как вы считаете. Ты признаешь, что Вагнер — это первая армия РФ? Я этого не говорила, это ты говоришь. Я у тебя спросил только что. Нет, ты не спросил, ты сейчас сказал. Я спросил, ты признаешь, что Вагнер — вторая армия России. Вагнер —
просто частная военная компания. Все. С которой армия России идет на все уступки, чтобы она не пошла захватывать Москву. Это твои фантазии. Это ты озвучиваешь свои фантазии. Мы не будем еще раз слушать два обращения твоего президента, но в 24 числа он заявил о том, что все мятежники, все люди, все предатели будут наказаны, а сейчас он наказал их тем, что отправил на каникулы в Беларусь. На Дальневосточном проспекте, пожалуйста, welcome, приходи. И все разговоры про то, что тут какие-то обыски и все такое прочее, это пиздеж. Эти серьезно. Извини за грубость. Обысков ЧВК Вагнера не было? Не было. Не с маркетплейсов, с площадок не снимали продукцию ЧВК Вагнера? Не закрывали филиалы ЧВК Вагнер по всей России? Это ваши фантазии. Да, это ваши блогеры говорят? Я своя. Это вот ваши блогеры говорили? Очки. Вот у вас голубые очки. Это молодцы. Ваши либеральные Степан. Блогеры говорили? Максим вот. Кац, Варламов, Швец. Наши блогеры прекрасно сидят и пиздят то, что им интересно. Ну ты представляешь, это же ты про русских людей сейчас говоришь. Как и тебе платят. Ну вот ты про русских людей сейчас говоришь. За то, чтобы тебе платили. Светлана Михайловна, за то, ну куда? Да. Вот, смотри. Дальше. Вы вот возбуждались. Вагнер Москву возьмет. Где сейчас Вагнер? Получил все, что он, все условия ЧВК Вагнера были выполнены, и он отошел на свои позиции. Других ответов на эти вопросы нет. Почему? Сказали пиздать Беларуси, они и попиздовали. Ты думаешь, так это работает? Конечно. Услышала тебя. Прикольно. Это же, понимаешь, я вот сколько живу, столько и удивляюсь, что люди... В России настолько животный разум, животный инстинкт, спиной. А вы руководствуетесь спинным мозгом в первую очередь. Вы готовы приспособиться и привыкнуть ко всему, что на вас выливают. Что бы ни произошло, ты все равно будешь верить в то, что Путин молодец. Все хорошо. А Путин сильный? Конечно. Не надо завидовать нашему Путин президенту. Путин сильный или нет? Он красавчик. Идти на уступки зэков — это признак силы, правильно? Ну, это фантазия. Он ничего не пошел, он их в Беларусь отправил. Какие уступки? Знаешь, ты о чем? Твой президент 3 дня назад соврал тебе. В сегодняшнем обращении подтвердил свое вранье. И ты такая, все класс, мой президент лучший. Лучший. Это, а какие уступки? Это гениально, это потрясающе. Вагнер, куда им и место? А ЧВК Вагнер теперь нет в России, да? Почему? Они поближе к Киеву отправлены. В России больше их нет. Передислокация. В России больше нет ЧВК Вагнер. Единственная боеспособная группировка Российской Федерации армии РФ, которая теперь отсутствует на территории России. Вы извините меня, с 14 года донецких, луганских пацанов взять не можете. Все берете и взять не можете. А как ты думаешь? А как возьмете. Ты думаешь, Светлана Михайловна, вот Лукашенко... Светлана Михайловна, а Лукашенко из добрых побуждений начал вписываться, договариваться за Пригожина? В смысле? Ну, Лукашенко имеет свои планы, свои интересы на Пригожина и на ЧВК Вагнер, чтобы они стали армией Беларуси? Степан, смотри, значит так. Я тебе еще раз сказала, ты плохо слышишь, что ли? Дело в том, что ты плохо понимаешь. В тот момент, когда Беларусь является вашими союзниками, являются вашими союзниками и не соизволили никоим образом своим оружием, своим вооружением поучаствовать, помочь армии России, это союзники ваши сохранили тишину, ничего не делали для того, чтобы помочь России. Путин просил тебе помочь. Так хочется. Путин, к сожалению, а все, что предоставил Лукашенко, это свою территорию. Вот а у него сказал, же была еще и армия, а у него же они была авиация, у него были танки, у него все это и осталось. И теперь у Лукашенко есть Пригожин и ЧВК Вагнер, 25-тысячная группировка, самая боеспособная первая армия России. Бла-бла-бла, да. Это, конечно... Угу. А чего ж вы с 14 года не взяли Донецк, Луганск,
Крым. Нам это нужно было? Конечно. Это ты так придумала? Это ты так придумала? Нет, это так вещаете. Так вещать это мы можем все что угодно, чтобы вы слушали и внимали. Да ладно. Ага. Угу. Ну, рассказывай, как ты без Крыма живешь. У вас спецоперация по плану идет, Слава Михайловна? Надежда Владимировна, конечно. Так, а какой конечно. План? Все хорошо. На протяжении года истреблять население Российской Федерации, в первую очередь мужчин, уничтожать экономику, делать внутренние мятежи, гражданские войны, показывать, демонстрировать всему миру, насколько Путин как президент, как личность, как человек, как мужчина слаб и беспомощен. Какой ты молодец, отрабатываешь на 100% зарплату. Что же еще вам остается говорить в тот момент, когда нечего больше говорить? Ты как Навальный, слушай, ты как Навальный у нас. В моменте, когда нечего больше говорить, вы начинаете говорить ничего. А что сказать? Это тебе кажется. Согласен. Спасибо за комплименты. Очень приятно было еще выслушать, а еще от одной россиянки. А у тебя почему на лбу буквы Z нету? Почему? У меня все хорошо, у меня флаг есть Z. Флаг Z? Да. Они смущают, что они на английских буквах, на алфавите ваших врагов? Нет, меня вообще ничего не смущает. Ничего не смущает. И то, что правительство Российской Федерации держит недвижимость и все свои активы в Америке, тоже не смущает, правильно? На русском языке разговариваю. Слава Михайловна, подай на меня в суд. Тебя не смущает, что правительство Российской Федерации держит свою недвижимость и активы в Америке, которая против вас воюет? Ай? На блядском языке разговаривать. Зацепилась. Подай на меня в суд. Ты на другом языке не поймешь, у тебя хромосомы не хватает. Потому что Россия родилась, к сожалению, к счастью. С ведра выняли тебя головой вниз. Тебе ничего не помогли. Еще раз тебе спрашиваю. Ладно, понятно. Ты уже в радио играешь. Играй в радио дальше. В принципе, мы все получили, что хотели. И послушали обращение так нативненько. Мне было интересно же, я не слушал обращение. Мне было до пизды. Я просто наблюдал за информационным... Ну, как что-то... Захватили, убили, уничтожили, что-то где-то как-то... А повисы ты Путина. Так, что там было? Там в донатах какие-то... Чатику, косарик лайки. Хочу побачить на всем стриме для того, чтобы мы продолжили чат-рулеточку. Допоку буду балакати з вами, теревенькати про те, про се, про ні туда, ні сюда, і ні ви, ні висунь, ні всунь. День Конституції, от настане День Конституції України. Ви готові до події, чатику? Артур із Псай, привіт. А повісити Путіна? А він висить. А він ось тут. Все на місці. Красава, Lamb from UK, Едуард Мартиненко. Дякую, друже. Піду так тезісно трошки в'їбу. Підпишіться на канал, підпишіться на телеграм-канал для того, щоб бути в курсі, коли ефірчики в нас будуть. Вриваємося знову. Давайте бігенько. Що ділаємо? Лайкаємо. Мішаня, здорово, зомбоящик. Лайкаємо, слухайте хоч Мішаню, якщо мене не хочете слухати. Підписочку на канал, підписочку на телеграмчик. Для того, щоб бути в курсі, коли ефіри починаються, коли вони йдуть і закінчуються. Ось це мій телеграмчик, де в максимально кратчайші сроки ви узнаєте всі актуальні новини з полю бою, з фронту, з мого каналу і все, що з цим пов'язане. Угу. Давай, Михайло, стрімляй. Та він же дострімив, він так пізно не стрімить, як мені так кажеться. Привіт, дорога. Я поховав вже всі свої штуки, трохи розм'ятися треба було, тому що спасибо. Спасибо за донатики, спасибо за, якщо хочете продовжити стрім, якщо не хочете, півгодинки і спати. Але, ну, блядь, прикольно. Мені подобається, коли трошечки переривчик робиш, і потім залітаєш, і так з ними... Я вже забуваю, наскільки воно тупе, наскільки воно безкомпромісне. Я про Путіна так і не вдалося відправити. Что?
Дякую за донат на продовження стріму. Я про Путіна так і не вдалося відправити. Уточню завтра ще цей момент. Якоюсь можна, але ну, не все, що я хочу відправити тобі, можна відправити. Завтра уточню, якщо можна, зроблю. І іноді так туплю. Вибачайте, мені треба тикати. Отрути піднакопив. Почему Путин сам не справился? Не освободил сын Гордона Америки. Тра-та-та. Здравствуйте. Сука. Собака, блядь, вонючая. Здорово, лысое уебище. Зачем ты так к своему другу обращаешься? Вы ж товарищи. Ладно, а ты нахуя? Подожди, да стой, подожди. Футболку в цвет своего гендера надел. Да подожди, блядь. Брат, ты откуда? Синий гендер? Что такое синий гендер? Да, он долбоёб, подожди. Голубой, голубой. Брат, ты, не отли... ты не различаешь цвета, да? Давай ты, блядь. У тебя цвета аномалия. Ты думаешь, это банан и в рот его так хуя тихо, глубоко по гланды, да, показал профессионализм? А ты профессионализм показываешь всем брат, или только избранным? Команды голос не было. Покажи мне, насколько ты опытный. Зачем оскорбляйте друг друга? Вот ты оскорбил среднюю собаку с этим, блядь, с нарисованной. Ты старшему по званию, нахуй, отвечай, ёбаный, ебаный. Упал отца, паскудник, вонючий, бля. Быстро, нахуй, по шконку вас всех загоню сейчас. Да ты с не разговаривай, бля. Бля, попадешь ты у меня в армию, нахуй. Ты не сделаешь, а? Выпиздок, смотри, бля, дурной пизды ребенок. Ты плевок папиной письки. Тебя должны были смыть в унитазе или растереть по шторам, чтобы ты засох. Но так уж сложились обстоятельства, что ты появился. Я знаю, что тебе самому некомфортно здесь, в этом мире. Это он сложный. Это очень больно жить, очень, очень больно пытаться больно кем-то тебе казаться, жить, нахуй, блядь, быть, нищим, являться долбоёб, у тебя блядь. Не получится, и не суждено тебе получаться в жизни, но оказаться, ты бы так, к сожалению, не твое, все будет что хорошо, но не у тебя. Нет, классно ты начал больше, впитывать и слушать все, что я тебе говорю, в жизни долбоёб, есть одно блядь. Правило, сынок, белый снег есть можный, желтый не надо, запомни раз и навсегда, пшон нахуй. Она извилина на трех. И та выпрямилась. Девочки, вагнер их подвезли. Я начал даже шкайфовать от вот этого всего, вот от музыки вагнеровской. Кстати, согласен, представляешь? Слышал же, что вот это... Ты же в России. Первый вопрос. Почему Путин не смог сам договориться с Пригожиным? Пришлось задействовать третьих лиц. Настолько уже ваш президент слабый? Да, тут уже не в Путине вопрос. Уже Лукашенко хайпанул на этом, согласись? Нихуя себе. Так, Лукашенко-то хайпанул. А как Путин допустил, чтобы третьи лица вмешивались и демонстрировали слабость Российской Федерации как единицы государства? Нет, мне интересно не то. Такое. Я просто в ахуе сейчас. Рейтинг, блин, Белоруссии поднялся до высот. Да. Скоро Беларусь начнет оккупировать Российскую Федерацию. Так и будет. Так и будет. ЧВК Вагнер же перегруппировались, теперь они в Беларуси должны находиться, ты знаешь? Согласен, согласен. И оттуда уже вместе с Лукашенко, потому что у Лукашенко же свои интересы. России, прикинь. Прикинь. Прикинь, Россия станет Белоруссию. Так и будет. Вот это будет поворот. Так это так и будет. Ты че? И Янукович станет этим президентом Российской Народной Республики. А Яны, говорят, съебался сразу с Ростова. А он в Ростове был, да? Слухи ходят. Я а он в Ростове был? Ну, да вроде как. Представляешь, какой карьерный рост? Был президентом Украины, было у него Межигорье, было все на мази, потом в Ростово, теперь с Ростова, вот это как вот эта женщина в Крыму с этого Севастополя, Симферополя уезжала, говорила, так хорошо здесь по-домашнему, я привыкла, уже жили как в своем доме. Теперь с Ростова так туда куда-то. Что происходит? Куда? Куда это все приведет? Настолько уже Россия ослабла, не может подавлять мятежи уже в собственной стране, гражданские перевороты и бунты. А? Ты ж Харькове шкиришься, да? Ничего не слышу. В Харькове ты шкиришься, я говорю. Шкирюсь?
Ну да. Нет, я в Киеве. Живу. В Киеве? Я тебя у Андрюши видел, Пакуля. У какого Андрюши? У Пакуля, у Андрюши. Кто это, я не знаю. С другими псевдонимами мог его знать. Игорь, либо... Так, Игорь, как он еще представляет? Ну ладно, похуй, известный такой человек. И что мы там делали? Да такое, потрепались, как обычно, такое. Ну ты... Ты прославился, тебя теперь я знаю даже. Обычные граждане тебя теперь знают. Ты харьковский? Побывал, ну, вроде ты как харьковский везде представляешься. Нет, у всех наших блогеров. Ну, вот открыл канал, нету, не вижу. Mm. А он пос... Это маленький да, чувак да. такой, карлик какой-то? И карлик он же, и не карлик, он разных размеров бывает. Mm, понятно, не говорил ни разу с ним, наверное. Или он... Был. А, я, наверное, понял. Я, наверное, встречал этого типа с мешками под глазами. Да. Он на мефедроне очень крепко сидел, говорили. Ох, наверное, а вот это, что он донаты он, да. на мефедроне собирает. Ну ладно, это его дело, я не буду туда лезть. Пусть будет так, как будет. Че такое? Косарик лайків так і не добили? Чомусь, не знаю. Мені просто мені не збагнути. У мене не вистачає... інтелектуальних здібностей для того, щоб втямити все, що відбувається. Ростов, живі, поки що. Мілка. Пакуля тот, який зарабатує. А, це тот, який купив собі квартиру і машину на донатах, які я збирав на армію. Хочу до тебе підстіл, Каріночка. Що тобі можу відповісти? Нічим допомогти не можу, тому що ти пишеш не в тій соціальній мережі. Я вже лайко зліпив, більше ніяк, шкіришся. Угу, тіньовий, Махмат, Лукашенко, хепенул, картошку попець. 40 лайків треба, і можемо ще когось відколупнути. Он був в чаті у блогерів на ООН.орг на сітках гру, що Пригожин куди ділося, що по екіпажам збитих вертольотів і самолітів. Согласен, согласен. Скільки там було, ви написали мені, да? Дякую, а ось все. Дозер. Вагнер збили 13 льотчиків, 15-20 воєнних РФ, Мі-8, МТППР, БГВД, Мі-8, К-52, 2 чоловіка, Мі-35, Іл-18. Согласен. Согласен. Очень сильно согласен. 30-26 лайков. Синяк, 6 вертолетов и 1 самолет примерно. Согласен. Можно спрашивать. Спрашивай! Я тебе говорю. Фу. Отмена, блядь. Кого-то только что модератором чуть не сделал. Да, блядь, не тыка, не ты. Слышишь, еще раз такой звук паскудный услышу. Колупай далее. Мисс 15-20 человек. Здорово. Пакуля, типа, которого разоблачали. Ай, северный ой. Поток, потом еще... Ой, здравствуйте. Здравствуйте. У вас очки модные. Еще и под цвет майки. Ну вы модный человек. Прекрасный. Да это не парик, блин. Покажи, докажи, волосы. Что докажешь. А, видно, что приклеено. Да не приклеено, обещаю. Да, ага. Вырви один волос. Ну не надо, пожалуйста, я кричать буду от боли. Вырви один волос. Ну не надо, пожалуйста. Или волос, или зуб, выбирай. А зуб за что? За то, что не хочешь волос выдирать, я тебе предлагаю. Не бейте меня, пожалуйста, дяденька. Понятно. Ты что ты тут делаешь? Ты как малолетки вот эти у меня тут по Хрещатику бегают. Вот эти, как это называется, субкультуры вот эти ваши новые какие-то наркоманские какие? Движения. Постоянно обдолбанные. Почему наркоманские? Потому что постоянно обдолбанные, вы убегаете здесь. А почему я обдолбанный? Потому что выглядишь, как эта малолетка. Обдолбанная? Обдолбанная. А как вы это поняли, что я убитый? В попец проверенная. А я не знаю почему. По качану, потому что рот очень большой, вместительный. Я ем просто много. Дай мне до пизды, что ты там ешь.
Ну, серьезно, сразу видно, что серьезный человек. Сразу видно, да, серьезный человек с микрофоном, блогер по бизнесу украинский. Отключить семечки, лускает, можно, может, что-то по криптовалюте разбираешься? Конечно. Что там по Этериуму скажешь? Почему по Этериуму? По Этериуму что скажешь, когда вернут майнинг? Ну, скорее всего, стоить будет для МО-20. Выкладывайся, надо вкладываться по-любому. Причем здесь так стоимость? Я тебе говорю, майнинг когда вернут? Майнинг. А его уже вернули, просто на Украине его нет еще. Не возвращали. Так, не... А, нет. Нет, есть. Это ты из... Ага, понятно. В Украине нет майнинга. Окей, будем знать. Здорово, деда. Здравствуйте. Что, ты не сильно обиделся, что вот это у вас там предательство, мятежи в России происходят, и Путин ничего с этим не сможет сделать? Ну, как сказать, почему не сможет? Он же сделал что-то. Он ничего не сделал, Лукашенко все решил вместо него. Ну, извините, я сужу по результатам. Как бы там ни было, ну, плохо, хорошо, результат есть, есть. А мне остальное не сильно... Ты говоришь про результат, что спустя полтора года полномасштабного вторжения в Украину Путин настолько ослаб, что не может контролировать даже свои собственные подразделения военные? Я вам сказал, результат-то есть? Результат мятежи в России, гражданские войны. Нет, результат все миром обошлось. Вот это результат. Захватом Ростовской области и остановкой в 200 километрах от Москвы, потому что Путин пошел на все уступки, которые Пригожин заявил. Да. Президент твоей страны соглашается на все, что ему говорит зэк. На сегодняшний день результат мир. Война продолжается с Украиной. С Белоруссией мир. Это результат. Результат, что ЧВК «Вагнер», самая боеспособная армия Российской Федерации, теперь принадлежит Беларуси? Ради бога. Беларуси наши друзья. Беларуси ваши друзья. А что Беларусь предоставила вам, кроме своей территории для бомбежки украинской земли? Неважно. Ничего. А у нее и армия, и авиация, и танки, и артиллерия. А, извините, сказал Лукашенко Путину, мы ничего никак, нам надо тоже, чтобы у нас было, потому что когда Россия достаточно ослабнет, нам же надо как-то ее захватывать чем-то. А теперь дальше. У Лукашенко теперь еще и 25-тысячная группировка ЧВК Вагнера, Пригожин, а там еще с той стороны Кадыров подтянется. Я очень рад. Очень рад. Представляешь, дожили, развалили все-таки, унизили. Куда еще больше? Какие еще унижения Россиюшке нужно истерпеть, истрадать для того, чтобы, ну вот, начался все-таки уже хоть какой-то просвет, хоть какой-то намек на встать с колен? Какие глупости вы говорите? Какие глупости? Дед, ну надо ж как-то уже ж потихоньку соображать. Надо, конечно. Спецоперация по плану идет в России? Еще раз. По плану спецоперация в России идет? Ну, это уж не... Я не мнение генерал. Мнение твое, как россиянин, подожди, ты же в прямом эфире это все смотришь. В телевизор и все мониторишь, вся друлет, как тут сидишь. Нет, естественно, не по плану. Не по плану. Это свидетельствует о слабости России или о ее силе? О... Как тебе сказать? О силе НАТО. Не предусмотрели такого, как тебе сказать, поддержки НАТО. Не предусмотрели? Это свидетельство о слабости России или о силе ее? Да, о слабости, да. А все-таки слабая Россия стала. Наконец-то пришли к общему знаменателю. Нет, Россия слабой не стала. Не стала? Ну, конечно, нет. Объясни мне, в чем Россия сильна? В ядерном оружии, в первую очередь.
Которые она применять не может, потому что Китай дал гарантии Америке о неприменении ядерного вооружения Российской Федерации. Китай фактически ваши хозяева. Кто может быть хозяевом, если у тебя пистолет в кармане? Кто может быть хозяином этого пистолета? Ты своим пистолетом, если духовитый человек тебе попадется на улице, он тебе его в жопу засунет. И применить ядерное вооружение, это значит покончить жизнь самоубийством. Ты не достанешь пистолет, у которого два дула, одно направлено на тебя, одно на противника. Ты-то его убьешь, но ты и себя убьешь. Если ты готов попрощаться с жизнью, ты это сделаешь, безусловно. Но Путин, и тот еще трусливый подонок, который выдерживает две недели на карантине всех людей, всех чиновников, которые хотят с ним пообщаться за длиннющим столом, просто поговорить о чем-то, зажили-были за погоду. И ты считаешь, что Путин нажмет на кнопку и взорвет сам себя? Дякую. Он же сказал, если какие-то будут угрозы, он только тогда ее нажмет. Я так и... То есть, когда пересекли границу Российской Федерации, вошли, оккупировали Белгород, русский добровольческий корпус. Я солидарен с Путиным. Если угроза будет, тогда нажму. И он, и я. Не было угрозы еще? Нет, конечно. Когда пересекли границу Российской Федерации, зашли в Белгород, это не угроза? Не сколько. Когда в Кремль прилетают дроны украинские, это не угроза? Вот когда будет угроза, я вам объясню. Угроза будет, когда будет война с НАТО. Конкретная война с НАТО. Но Путин, не с Украиной. Путин Украина, же заявлял с самого начала, что он воюет с НАТО. Пожалуйста. Украина — это никто. Это территория конфликта. Ну никак. Украина — это вообще никто. Понимаете, так же, как Вьетнам, Афганистан, Корея. Это территории войн. Украина то же самое. Она никто. А Россия? Вот Россия воюет как раз с этими сильной НАТО. Подожди. На территории. Подожди. На территории. Ты же сказал Украины. Только что, что если война будет с НАТО, тогда Россия применит ядерное вооружение. А сейчас говоришь, что Россия уже воюет с НАТО. Я не говорил такого. Ты минуту назад об этом сказал. Они воюют с НАТО на территории Украины. Ты сказал, что ядерное вооружение применяют только в случае угрозы. А угроза это что? Война с НАТО, ты сказал. Это... Угроза это когда натовские армии, натовская, не украинская, а натовская армия будет применять оружие против России. Так. НАТОвская. А Украина это не НАТО. То есть у нас есть лайфхак. Когда кто угодно будет применять оружие НАТО, вооружение и убивать людей в России, захватывать российские территории, это нормально. Главное, чтобы не было на шевронах армии НАТО и чтобы они по-английски не говорила, да? Yeah. А, все, прикол. Вот это интересно вы придумали. Нормально вы правила сами себя оградили баррикадами, и теперь не знаете, как из них выпрыгнуть. Тогда так и будем делать. Тогда пускай армия Вьетнама, армия Кореи, армия Индии, представляешь, сколько там, 4 миллиарда людей, 4 миллиарда, как возьмут натовское вооружение и пойдут против России воевать. Главное, чтобы НАТО не было написано. А так можно, да? Эй, немножко как-то сказать, извините, ну... Вы же сами понимаете, о чем я говорю. Я все услышал, все интерпретировал дословно. Вот, интерпретировал, в том пределе. Интерпретировал, да. Да-да. Ну, это... Вы очень буквально меня понимаете, что если у нас конфликт будет с Америкой, это будет... С кем конфликт? С Америкой? Да. А у вас как может быть конфликт с Америкой, если у вас все, ваши чиновники держат все свои активы и всю свою недвижимость у них куплена в Америке? Как у вас с ними может быть конфликт, если они потеряют все в этом случае?
Я конфликт имею ядерный. Причем здесь чиновники? Ядерный конфликт. То есть руководство Российской Федерации, которое держит все свое имущество, все свои деньги, наворованные у российского народа, будут запускать ядерные ракеты себе в дом? Вы что, глупый, что ли, блядь? При чем здесь эти олигархи или кто-либо? А кто управляет россиянами? Путин. А Путин не олигарх? Нет. А у него нет денег, да? У него нет миллиарда долларов, как ты думаешь? Путин царь. У царя есть миллиард долларов? Есть. А кого называют олигархами в России? Ну... У кого миллиарды есть? Ну вот, Путин это олигарх по итогу, мы только что определили. Нет, он за Россию болеет. Болеет за Россию? Никак не выздоровеет. Смотри, операции делают, никак не выведут у него эту болячку, чуму с головы. Даже пусть он олигарх будет, но он как Петр Первый, блядь. За Россию-то болеет? Болеет очень сильно. Будем бежать кулачки, чтобы не выздоровел. Это болезнь, вот, смертельная болезнь? Нет, это порядочная болезнь. Порядочная? Но она лечится или смертельная? Смертельная. Ну, желаем прогресса. Желаем, чтобы развивалась эта опухоль в его мозгу как можно семимильными шагами для того, чтобы все-таки он добился своих поставленных задач и целей. Так я думаю, то, что у нас не один такой Путин. А сколько у вас Путиных? У нас их много. Путиных много, да? Все-таки тоже знаешь, что у него есть двойники. Нет, я имею в виду, кто за Россию болеет. Понятно. Ну, хорошо, будем надеяться и верить. Давай, деда. Привет. До свидания. Ну что ж ты? Ну что ж ты? Так-то хорошо-то было-то. 1100 лайків. Зможемо навалювати сьогодні за стрім? Хоч під кінець. Олексій, дякую. Дякую тобі, Олексія. Вже три шкарпетки треба було повішати. Піду йобну. Рухатися тяжко. Не можна кидати, чуваки. Ходите в зал, чуваки, дівчатка. Що, може бухати можна вже починати, чи не можна? Хто наліє мені? Півасіка. З моря пива напітляв, коли їхав відпочивати. І не випив нічого, в багажнику було. Можливо, воно скисле, то я одну чарочку як йобнути, у мене ноги покруті. Не можна кидати зал. Якщо ходите, ходіть завжди. Це ж так класно, коли ваше тіло каже вам спасибо, що ви стаєте мощними, стаєте виносливими, справжніми козаками українськими. Тому не можна, не можна. Єдине, що можна, це підписуватись на цей канал, ставити колокольчики. І підписуйтесь на Телеграм і Інстаграм і ставити лайки на цей стрім. Да? Прив'яжи сіточку з раковини на камері, буде як кляп на рота до маски. Піпа і ПППУ багато... Да, нічого не зрозумів. Продай свій ковер Путіну, йому понадобиться дід Челябинський. На маску не вистачає кляпа. Так і ніхто не одягає. Він є, але там в донатах є. Там в донатах все написано. Що можна зробити з ним чи зі мною, заставити мене 100 разів віджатися від полу, або дати мені набахатися, дати мені роль, або дати мені все, що там можна дати. Задати мені питання, на яке я одразу відповім. Задати букву, хайкік, шмаранути, вйобич, віртуху. Яка ще віртуха? Заказати музичку. Роль кавказця, відправити на Одесу, відспівати орка, барабан, накидати мухобойкою, слава Україні, йошиком по губам, ділдаком дати, віджатися, послухати гімн прикладом, вантусом, труси на голову, кія, понтануться, записати себе в топи, стати легендою. Та ти що, скільки всього. Ладно, їдемо.
Дальше. Що ти тут донат? Продовження стріму, донати лічильник гарного настрою. Якщо хочете надію, чи на бухгалтерина, чи на віджимання, ось на лічильник гарного настрою, на продовження стріму. Якщо надію, щоб я щось зробив, то там в описі все написано. Це через просто донати, через дякую і вон донати. Лічильник гарного настрою, потім донати в описі. Або любим чином, який вам доступний, ProAdBank, PayPal, Monobank. Крипта. Переключайте. Здорово. Прикольно, у тебя даже звук классный. Кайпадаль ебаная. Ой, блядь, какая мразь. Какая же ты мразь, сука. Я сначала не понял, а потом как понял. Откуда, блядь? Кто разрешал? Не... Водиться дело, черепаха. Да я выключил уже, Мишаня. Только что выключил. Только что выключил, але... Не, бан то... Ну, типа, могут... Ничего не могут. Пососать могут. Это единственное, что могут. Черепаха, аха, аха. Спать. Бля, братан, ты стримишь, да? Да. Понятно. Что такое? Да ничего, просто видели тебя в ТикТоке, поэтому. О. Я хотел на тебя попасть. Попал, спрашивай, интересуйся. Ты из Украины, да? Да. Ты из Днепра, да, вроде, или откуда? Кривой. А, с Кривого Рога. Ну, Днепропетровская область. А вы откуда? Ну, мы Запорожская вообще. В оккупированной территории или... Не, мы воюем. Это ВПН. Это ВПН. Не, ну, ВПН я... А, ну да. Да тут пишет, что Россия, но у меня пишет, что Украина в расширении. Ну. Что, есть что-то интересное рассказать? Да не, ничего, просто, да, плюс одна галочка. А, все, с кайфом. Слава Украине, пацаны. Давайте, играем, слава. Черепаха, аха, аха, усиди. О, что, как там? Отойди ты, сука, паскудник. Здравствуйте. Какая колоритная мадемуазел. Я бы туда. Кто бы тоже туда? Как нырнул смачного кунилямбуса, чтобы аж плямкало. Любишь так делать? Выздоравливайте. Это ты, да ты себя видел вообще, чумазый? Выздоравливайте. У тебя заплешины, залысины, куда ты, что ты делаешь с ними? Это мне говорит лысый человек, да? Так я-то, извините, аэродинамика, я принял себе какое-то есть, у меня нет комплексов, а вот ты амбассадор слова комплекс. Да, я свободный человек, поэтому я хочу так. А мы с тобой уже общались немножко недавно. Я помню тебя, да-да-да. А вот мне очень интересно узнать сейчас твое мнение. Ты поддерживаешь Россию, поддерживал тогда? Да-да-да. Вот. А как ты сейчас отвечаешь на все эти вопросы, когда твой президент настолько слабый, что не может договориться, не может подавить, допускает мятежи, государственные перевороты, гражданские войны во время войны в своей стране. И народ поддерживает, становится на сторону ЧВК Вагнера, вот этих как раз мятежников, а не на сторону президента. Они на сторону России становятся, а не на сторону кого-либо. Будет ли Путин, будет ли Медведев, другой президент. Главное, чтобы он представлял интересы России. Так.
А в чем заключались интересы? Подожди, то есть, ну, Путин же представляет интерес народа, интересы России. Смотри, если был бы Пригожин, даже Вагнер, да, президентом России, мы бы их тоже поддержали, потому что он представляет интересы России. Я понял тебя, но сейчас армия России столкнулась с армией ЧВК Вагнера, армией Пригожина. Но при этом армия России запустила, дала возможность на Братском, запустила в Ростов армию ЧВК Вагнера, и они захватили город-миллионники, были в 200 километрах от Москвы. Тем самым унизив высшее руководство Российской Федерации и непосредственно Путина, который не смог никак не надо повлиять и договориться с мятежниками. Ну, хочу обратить внимание, сколько их там количество человек было? 25 тысяч группировки Вагнера всего. Ну, там смотри, заходили в Ростов, зашли 1000-1500. Да, то есть на Ростов половина, допустим, пусть будет там 15, да, и туда 15. 15 тысяч бы сделали революцию? 1500 Ростов захватили. Хорошо. Они революцию бы смогли сделать? Они захватили Ростов. Ну, захватили. Но чтобы сделать революцию, чтобы народ поддержал их? Народ поддержал. Ты видел, как они прощались потом, когда Путин пошел на все уступки Пригожина? Как народ аплодировал ЧВК Вагнеру, этой частной военной организации? Как они их целовали, как они давали им подарки с собой? Потому что они герои России. Почему ЧВК Вагнер — герои России, которые пошли, восстали, сделали мятеж, стали предателями России по заявлениям Путина и должны быть наказаны, расстреляны, посажены. По словам Путина, предатель для народа, он не предатель. Он как-то защищает Россию, представляет Россию. ЧВК Вагнер представляет Россию. Ну, вы же знаете дела какие, Бахмут, они штурмовали. А Путин вообще кто в этой ситуации? Я понял, ты уважаешь, поддерживаешь и любишь Пригожина и ЧВК Вагнер. А Путин и армия России, это кто вообще? Это тоже Россия, его народ избрал. Да, но армию России и Путина люди не поддерживают. Поддерживают. В этой ситуации, в этом конфликте люди поддержали Пригожина и ЧВК Вагнер. Подожди, у него конфликт не с Путиным, а с Министерством обороны. Министерство обороны — это Путин. Путин — верховный главнокомандующий российской армии. Нет. Путин не верховный главнокомандующий? Он главнокомандующий. У него конфликт с министерством Шойгу. У него личности. Он на личности перешел. Что бы там ни было, Пригожин пошел против армии России, против Путина. Ну, пошел, и что теперь? Все закончилось хорошо? Я не понимаю просто, что в твоей голове происходит. То есть у тебя есть президент твоей страны, которого ты выбирал, которого ты любишь, ценишь и уважаешь, спецоперацию, которую ты поддерживаешь. Есть Пригожин, который до какого-то момента подпитывался армией России, вооружением, финансированием и всем, собирал свою ударную группировку для того, чтобы, как мы видим, в нужный момент лоббировать свои интересы и получить то от России, от Путина, от высшего руководства, что ему выгодно, нужно в контексте нынешнего времени. И он воспользовался этим моментом и пошел против России, отозвал свои войска там от горячих точек, на каких там были, находились люди, пошел наперекор российскому народу, пошел наперекор СВО и Путину. И ты поддерживаешь Пригожина, при том, что ты поддерживаешь СВО, а СВО начал Путин. Путин твой президент. У тебя какая-то как будто биполярка. Биполярка, я тебе скажу, потому что они в одной связке работают. И Герасимов, и Шойгу, и Путин, и Пригожин. Это одна связка. Потому что это большой-большой спектакль. Для кого? Для российского народа? Для кого спектакль? Для Украины. Спектакль для Украины? Мы посмеялись, весь народ посмеялся, все люди в мире, весь мир посмеялся над этими спектаклями. А что он вам дал? Ну, мы посмеялись, вы нас поразвлекали. У нас раньше был наш президент, который был в 95-м квартале, и Путин присутствовал на его концертах, а теперь он вот так вот насыпает ему. А вы просто решили, что вам нужно стать похожим по пародии на дешевой с Алиэкспресса на 95-й квартал. Сначала нас рассмешите, потом у вас получится нас победить, пока мы будем смеяться, и у нас не будет сил просто вас убивать, потому что нам будет очень сильно смешно. Или как вы это себе подразумеваете?
Я говорю, что это спектакль, чтобы Украина приняла какие-то необдуманные шаги. Украина приняла какие-то необдуманные шаги? Будем ждать. Чего ждать? По факту, вот вы свернули всю эту шарманку, весь свой концерт, потому что поняли, что Украина просто похихикает в сторонке с вас, и все, и все эти действия направлены впустую. Столько денег потрачено, а нам ваш розыгрыш не понравился. Ну, военные действия не всегда все получается удачно. Так. Что дальше? Ожидать от России, от военного руководства, если уже на этом этапе настолько все слабо, настолько все импотентно, настолько все беззубо, даже в высочайшем руководстве Российской Федерации. Что ожидать? От, ну, у вас же, ты же понимаешь, у вас больше нет ЧВК «Вагнер»? Пригожина нет, а ЧВК «Вагнер» остается. ЧВК «Вагнер» остается? Нет, штурмовики, они просто распускаются, сама компания, да. Возможно. Я да. еще решения не видел, что вообще приняли, какие решения. Ага. Да, но я слышал, вот в Телеграме пишут то, что им предложили, либо вы по домам идете, вот, ага. а либо заключаете с Министерства обороны какой-то контракт. Ну, как видимо, ты, на боеприпасы. А как ты отвечаешь на те вопросы, что... ЧВК «Вагнер» в вот этом спектакле вашем разыгранном сбили 13 летчиков, 15-20 военных РФ, Ми-8 самолет, там, Ми-К. Я вот ни одного видео не видел, где вот в прямом эфире сбивают. Только показали вертолеты сожженные. Скажи, пожалуйста, за всю войну ты видел в прямом эфире, как сбивали самолеты где-то? Поэтому у меня есть основания, что это спектакль, потому что я не видел, как вертолет падает. Спецоперация на Украине — это спектакль в таком случае. Я сейчас про вертолеты. Но если ты не видел спецоперацию в Украине, то это спектакль, правильно? Я могу тебе отвечать про вертолет. Ты сказал, ты не видел в прямом эфире, значит, это спектакль. Ну, это спектакль, да. А спецоперация в Украине — это спектакль? Нет, конечно. Так ты же не видел этого в прямом эфире. Как это? Можно это все увидеть? Трупы что? Можно увидеть. А там трупы показали? Нет. То, что их не показали, это значит, что их нет. Правильно? Значит, их нет. Гениально, потрясающе. Вот это логика настоящего российского патриота. Людей становится меньше в России, но они не умирают. Они просто не выходят из дома. Они прячутся. Они на отдыхе. Да? Все? Ты закончил? Что? Ты же задаешь вопросы, я тебе отвечаю. Да, я задаю, ты на них что-то не отвечаешь. Не знаю, мне показалось, что ты сам с собой общаешься. Сам с собой общаюсь, понятно. Веришь в армию России? Конечно. Раньше Россия, армия России была вторая армия мира, потом вторая армия Европы, теперь вторая армия России. Какая бы она ни была, хоть 20-я, мне нужны результаты. Какие результаты на поле боя? Капитуляция Украины. Сейчас уже произошла? Вы еще не готовы к этому. И Россия еще к этому не готова. Капитуляции? Нет. Когда капитулирует Украина? Ну, Украина не готова к капитуляции, да? Украина, да, еще не готова. А будет когда-то готова? Да, планомерно мы все идем к этими шагами. Так, что, сколько еще времени, сколько усилий, что есть у России, чтобы это сделать? До 24-го года, я думаю, это все будет. Когда американские выборы произойдут, Трамп выиграет, и тогда помощь иссякнет. Помощь Украине. Иссякнет? Да. А ты знаешь устройство политики в Америке? Президент имеет какую-то власть в Америке? Разве нет? Нет. Почитай, пожалуйста, внимательно законодательство Соединенных Штатов Америки, и ты поймешь, что там все решает парламент. Президент является просто лицом страны, который ездит на встречи, демонстрирует, показывает какие-то достопримечательности. Это как гид, когда приезжают гости uh-huh. какие-то. Он лоббирует, конечно, пытается свои интересы. Он предлагает, а парламент уже выбирает или не выбирает. Президент никак не влияет на парламент. И на их решение. А решение принимает парламент. Ну, придется тогда силой подтолкнуть Украину к капитуляции. А
так в России больше нет силы для того, чтобы подавить внутренний мятеж. Путин не в состоянии был договориться с Пригожиным или подавить его восстание. Пришлось задействовать Лукашенко, чтобы это поднять... Это твоя точка зрения, я поэтому тебе говорю, что это спектакль. Я так вижу. Я художник, я так вижу. Ты художник. Ты так видишь. Потрясающе. Ладно, мне больше не о чем говорить с тобой. Потому что не о чем. У него все спектакль. Это, конечно, весело, но как-то... Что ты несешь? Ссылай стакан. Да. А горький вкус твоей любви. Ты сегодня... Зачем ты паяльником? Ну, яйца паяю хохлам. Это так по-твоему яйца выглядит? Это волосы с твоего лобка. У меня, извини, я бреюсь. Ты пусть не пиздит собака, да сутула сидется на кускадах углов. Я сначала сейчас оприходую тебя, потом пусть потягивается. Давай, оприходуй. Хочешь? Хочешь. Ходи, конечно, хочу. Открой рот пошире, я посмотрю, захочу я или нет. Давай ты откроешь. Не, подожди, у меня еще... Слышь, я сегодня на помойке нашел, в отличие от тебя. Я посмотрю на твой рот, если мне понравится диаметр. Ну так что? Показывай, у тебя есть что ли? Хоть чем ебать-то хочешь? Есть чем? Кого? Ты сначала возбуди меня. Возбуди нахуй. Соснешь нахуй сначала. Нет повода для секса, я так называю таких шмароебин, как ты. Жопу подними, иди в окоп нахуй. И воюй, блядь, вместо того, чтобы сидеть и здесь выебываться. Нищеброд, блядь, продолжай. Ты это своему вот этому... Блядь, ты своему охраннику это сказал? Подними. Да тебя нахуй даже, блядь, в окопе нахуй, блядь, не найдут, блядь. Ты вообще потеряешься, потеряшка будешь ебучая. Ты это своему охраннику говоришь сейчас или кому? Сало, давай сало. Свинятину. Хочу сало. Что, сало не дашь, что ли? Ебать, я бабу работал, нахуй, а ты молчишь, ёбаный ты петушара, нахуй. Лошара, блядь. Мисс России. Это была победительница всех конкурсов, всех времен и народов. Дякую, дружу, за продолжение стрима. Кто там це зробив? Кто это наделал? Это наделал Оленочка. Дякую, Леночка. Мажори залишились. Все буде Україна. Не без сумнівів. Несомненно, є таке слово на українській мові. Щоб тапки без єс роботала, звісно. Я... У мене психічне порушення, будь ласка. Мені потрібно 10 тисяч доларів на психот... Блять. Хотел же спросить, в Беларуси они сейчас или где? ЧВК Вагнер. Смешно. Здорово. Ебать! Ты что, гонишь? Это с кривого рога тип, нахуй. Слава Украине. Это я с Трубакен, Вась. Реально? Да. Как дела? Порядок. Вы тоже с Кривого? Я с Днепра. Мы с Украины, я с Ивана Франковска, но мы сейчас в Торонто, в Канаде. Что вы там делаете? Вы детишки? Ну да. Можно сказать, да. Ну работаем, работаем. Красавчики. А тут что делаете? Рулетки? Ну, пидорасим пидорасов. Годится. А у тебя сейчас фильм? Да. Всем привет. И вам привет. Здрасте. Здрасте. Что там делать будем теперь с Россией? Не знаю.
А вы что хотите с ней делать? Да я, а мы-то что? Мы наблюдаем, мы закупились попкорном, смотрим, чем это все развернется. Уже делят между собой, тоже. Между особицей, вот эти все гражданские же. Заварушки. Закупились попкорном и смотрим. Вы тоже закупились? Да. А каково осознавать президента своей страны, который настолько беззубый, настолько импотентный, настолько бессильный да стал? А мне кажется, он очень жесткий. Что вынужден задействовать третьих лиц для того, чтобы урегулировать свой внутренний конфликт. Что уж говорить за внешнее. Каких лиц? Лукашенко. Ну, это же хорошая, красивая комбинация. Безусловно, но это демонстрация настолько слабости, настолько беззубости да президента вашей страны, что он не может единолично урегулировать конфликт даже с частной военной организацией, которая даже по Конституции России запрещена в России. А кто же урегулировал, если не он? Если не Лукашенко? Нет, если не Путин, то кто урегулировал? Так урегулировал-то Лукашенко. Да вы так думаете. Вы так это мы так думаем. Это вы просто рейтинги его повышаете. Вы наивны, ребята. Вы поняли, что с рейтингами Путина уже все давным-давно покончено и решили Лукашенко как нового кандидата технического выстраивать уже к новым выборам? Недавно был опубликован рейтинг Путина 70 с лишним процентов. За Путина 70 с лишним? Да, так что ваши... У вас неточные данные. Это гениально, так. Конечно. Нет. Это и удивительно. Мягко скажем, вы мечты ваши не совсем соответствуют действительности. Любая информация, что люди за Путина, что люди против Путина, она играет против вас. Потому что если вы за такого слабого президента и кандидата в президенты на следующих выборах, который не может, который допускает... Который допускает деоккупацию своих общепринятых территорий Российской Федерации, Белгород, Ростов, Курская область, Брянская область, все приграничные территории, которые не удосужился удержать, достаточно укрепить, все эти миллиарды, сотни, десятки тысяч, миллиардов рублей были потрачены на все эти фортификационные сооружения и никоим образом не повлияли на вхождение русских, ваших же, опять же, гражданская война, ваши добровольческие корпусы заходят и делают там мятежи, делают там все что угодно. Непрерывно тарахтеть, то вы... Я говорю суть, я понимаю, что у вас блокировка в голове срабатывает, у вас замыкание, и вы не понимаете, как с этим бороться. Но нужно же потихонечку уже начинать критическое мышление у себя развивать. Понимаю, что у вас на законодательном уровне запрещали вам говорить, думать, развиваться, жить полноценной жизнью. Но я-то думаю, что уже же как-то. У вас же телевизор, там интернет, и все это еще было доступно, еще же не закрыли до начала полномасштабного вторжения. У вас же еще не сделали КНДРский интернет. Господи, какие же вы дебилы все. Ну, выплесните все, мы дебилы, потому что мы умеем рассуждать, мы умеем думать, мы умеем... Ну, я вижу, как... Плюс 2 плюс 2 делать в голове, логическое мышление у нас присутствует, поэтому мы дебилы. Согласен, у вас образование, в какой-то интерпретации, в каком-то смысле этого слова... У вас образование какое? 9 классов, представляешь? Гуманитарное. 9 классов? Нет, я не учился, 9 классов. Да нет, у вас гуманитарное образование. У меня 9 классов образования. Представляешь, насколько украинские 9 классов отличаются от вашего высшего? Ну, я вижу, насколько отличаются. Что я могу тебе закопать без лопаты в землю при наличии своих 9 классов? Ты можешь просто тарахтеть. А ты можешь просто защитную реакцию включать в зону комфорта, в свою клоаку безумия, закапываться в мыльный пузырик, в мыльный шарик, чтобы не видеть, не слышать, не чувствовать, насколько вас обманывает, насколько вот это вот все. Ну, хорошо. Ладно, хорошо, что ты мне все объяснил. Пожалуйста. Ты такой умный. Пожалуйста. Я запомнил. Обращайся. Давай. Учи гимн Украины. Давай, обращайся. О, добрый день. Ой, здравствуйте, в смысле. Я вам вообще хотел сказать, а почему вы так не любите Россию? За что? Ее можно любить. Ну, за все, за поля, реки, там все дела. Мне какое дело до полей и рек арабского народа?
А почему рабского? Потому что они, в принципе, абсолютно там, то есть вы же посмотрите на всю территорию, там нет никакого рабского народа абсолютно. По факту все россияне являются рабами. Ну почему, вы так думаете? Как давно в России менялся президент? Ну, да, видишь, троение начинается. Не-не, стоп. Медведев менялся, да. Медведев — это технический кандидат Путина. А кто сказал? Ты это знаешь. Нет, такого не было. Медведев был фактически кандидатом, он сделал абсолютно очень много для России. Что он сделал, перечисляй. Ну, первое — это была война в Грузии. Медведев сделал войну в Грузии? Ну, так было дело, короче, то есть и за нее никто ничего не ответил. Потрясающе. Гениальное свершение гениального президента. А почему бы и нет? Может, вы скажете, что почему бы то нет? Это гениально, это ваш ритм жизни, это то, как вы можете жить. Забрать, сколько тогда российских граждан погибло на этой войне? Никто не погиб. Вы же слышали Суркова, он сказал, что никто не погиб. Как и на спецоперации в Украине сейчас, 21-й. Вообще абсолютно. Понятно. Как ты относишься к тому, что ЧВК «Вагнер» настолько доминирует и властвует на российской территории и диктует условия президенту вашей страны, он ничего не может с этим сделать? Давайте так разберемся. То есть ЧВК «Вагнер» и не ЧВК «Вагнер» — это разные все составляющие. Слышишь, а у тебя с логическим мышлением Вась Курлык, ты, конечно, кукушку иногда ловил на дереве, да? Да, все. Вот смотрите, допустим, ЧВК «Вагнер». Допустим, белый цвет и, ну, не белый цвет — это абсолютно разные вещи. Подождите. Давайте так посмотрим. С одной стороны заходил, с другой стороны не заходил. Это же правильно? Это, не, с логикой у тебя отменно все. Со стороны Ростова он заходил, со стороны Владивостока он не заходил. Это, с этим не поспоришь. Слушай, у тебя аргументы такие, что ты каждый так все споры свои выигрываешь. Блин, друже, ты самый кращий. Я знаю, я тебе дивлюся, ты самый кращий чувак. Короче, вибачайся, я хочу в тебе подъебати, але не виходить. Ну, тому що там, ну, там тупо. Згодом. Таке, ну блін, ну хотів, ну не вийшло. Але давай, я тобі задам ще одне питання, а ти мені відповіш. Добре? Відповісиш, так, да, давай. Відповісиш, вибачайся. Давай так спросимо, але Вагнер це герой Росії чи герой України? Це герой світу. Ти показала всьому світу, наскільки Путін слабкий. Я так з вами також. Блін. Вибачайся, не можна по-українськи спілкуватися, але можу сказати. Блін, чувак, ти найкращий. Я тебе завжди дивлюся. Дякую, мужичі. Слава Україні. Героям слава. А можна. Бля. Уже не можна, як получилось. Чатику можна, да? 1200 лайкосиків, да? Ну, да, якщо да, то да, якщо ні, то да, все равно, все, да. Люба Б, на продовження косарик на Наді, сюди дякую. І Оленочка, дуже люблю свою країну, пишайтеся Україною, гарна, горда вона. Згоден з тобою, Оленочка, на всі 100 тисяч, мільярдів, мільйонів, всі цифри, які є, на Пасху, заказуйте. Ось, чух-чух-чух паровозик, він на самому початку проколовся, хто уважний, той помітив. Ну так, да, коли він спочатку на українському почав привітати мене, потім на російській. Ну, то таке, то можливо він, ну, був, можливо, можна було подумати, що він росіянець, який намагається спілкуватися на українській мові для того, щоб щось мені там, щось. Але жук розвів, та піздець, що я буду з цим робити? Але вів себе як справжній росіянин, да? Наративи і все, да, красавчик. У нього дуже, дуже гарно виходить. Я думаю, якщо б він захотів стати сепаратистом, у нього це б дуже легко вдалося. Акцент наш. Maybe. Акцент може бути наш, а скільки зрадників в Росії знаходиться, які, ну, все життя спілкувалися на українській мові, а потім покинули нашу територію на
Територія безглуздих хробаків, вонючих, смердячих. Поїхали. І вони на чистій українській можуть спілкуватися з українцями. Це ж нехай не говорить про них, про те, що вони українці, які праві, про те, що оз'йобались. Слава. Героям слава, братуха. Так, перший раз в житті запустив TikTok трансляцію. Типу, тут це працює трошки інакше, ніж в Ютубчику. Тут треба класити по екранчику для того, щоб кількість глядачів росло. І якщо ви мене знаєте, ви мене бачили, чули десь і розумієте, що хочете, щоб у нас тут було багато, і тут був просто кіпіш, срач, мрак, гейнгбенг, кінг-вечерінка, свінгер-паті і все, що з цим пов'язане. Ви знаєте, що треба потися, то так, як перебити. Вам нічого це не коштує, ваш палець, тільки палець трохи можете стерти, але я вам відшкотую, завтра куплю каву, якщо прийдете на Хрещатик у Києві, і просто дань поваги, да? Якщо, да. Якщо ви теж лисий, або якщо ви, у вас в даті народження є цифра 1, 2, 3, 4, 5, або 6, або 7, або 8, 9, або 10, ви точно повинні це зробити, да? Якщо вам до 100 років, то ви точно повинні це зробити. Якщо ви чоловік, хуйню какую-то несу, блядь. Уебите меня тапком каким-то, что-то по пришелепки воды. Ось у меня в телеграме какая-то наволочь пишет. Ты просто ноль, друже, ты ничего не понимаешь и говоришь. Да, пожалуйста, уебись головой об стену. Это тот же гусь пишет. Алло, Кент, вы думать умеете говорить? Смотри. Ну вот советую тебе, просто идешь на мост, подскальзываешься, ну как будто, да, такую сценку делаешь, летишь, не стоит он тратить нашего времени. Тратить наше время. Привет, ковбой. Здравствуйте, товарищ. Чего, у тебя ничего не меняется? Да ничего, пиво пью, сижу. А вас? Пиво пьешь, сидишь. Россию любишь. О, думаю о России. Думаешь о России. Что думаешь за последнюю неделю? Чем так, Россия заняты? Ну, такой-то красивый был многоходовочка. Вот как он красиво всех вокруг пальца-то обвел. Кто? Царь-батюшка наш. Пригожин? Я про царя-батюшку. Царь-батюшка, у вас только Пригожин сейчас имеет силу и полномочия. У вас другая распечатка, извини, пожалуйста. А то есть, если Пригожин диктует условия Путину, то Путин все равно главный. Не, он же повар был. Ага. Как и Зеленский был комиком, а стал наебателем. Вообще не говори, бля. Они так из грязи в князи. Понимаешь? Представляешь? Так и что, как нас обвели, да, вокруг пальца? Ну, это многоходовочка. Он любит многоходовочки. Он хотелось бы послушать, в чем она заключалась. Ну, в смысле, то, что вы подумали, что сейчас мы Артема, Бахмут возьмем, типа, а мы такие, хуя, и поддыхало. Нормально же? Че? Я сейчас ничего не понял. ЧВК, ну, Вагнер захватили Ростов и были в 200 километрах от Кремля. По шутке, по приколу, вот. А потом хуяк, и все поверили. А 15 сбитых летчиков армии России – это шутка? Ну, для него это да. Для него да. То есть жизни российской, граждан Российской Федерации ничего не стоит? Ну, слушай, это как это Северная Корея, помнишь? Корейская Демократическая Республика. Вот. Нормальные у вас шутки, слушай. Кошмары не снятся после таких шуток? Да не, мы привыкли уже. Народ, как это можно перемолоть через, ну, как сказать, эту мясорубку, когда ты знаешь, фарш делаешь, нет? Бывает, котлеточки. Вот так же перемололи. Да. Российский, подытожим. Гражданин Российской Федерации с Екатеринбурга заявляет о том, что российский народ – это фарш. Нет, я дополню. Товарищ майор, если что, это не я сказал, а это он сказал. Все. Ну, сказал-то это ты. Ну, ладно. Если... Нет, почему? Я если хочешь как-то оправдаться, используй все свои попытки. А, хорошо. Россия священная наша держава, Россия. Пойдет? Потрясающе.
Ну все. А, по Пригожину что скажешь? По Пригожину, ну что, ну красиво договорняк они сделали, блин, все. Он сейчас Лукашенко всех помирил, как Корт Леопольд. Так что неплохо, неплохо. Тебе не обидно, что твой президент не может решить даже такой маленький вопрос? Я же сказал, он красиво сделал многоходовочку. Многоходовочку, чтобы всему миру показать, что Путин не имеет никакого влияния даже в своей стране. Это вы так думаете. Но он же красиво все равно, потому что вы же такие подумали. Ага, вы даже на картах, помните, это ставили, это что, ага, Ростов типа как будто наш. Да нихуя, а потом хоп, так поддыхало и вонулись. Какие плюсы это дает Путину на мировой арене? Какие? О, имперские замашки, извините, пожалуйста. Имперские замашки – это когда правительство узурпируется и монополизируется в одних руках. А Путин этими поступками дает понять, что он не имеет влияния, и с ним не нужно договариваться, он не главное лицо страны. Хорошо, хорошо. А ты помнишь, с каким серьезным лицом он сказал о том, что сейчас посадим там, блядь, ребята, там, этот, как его, Михалков выступил красиво, он сказал о том, что вспомните про свой... калькуляторный код, там 5-10. Ну что, это все красиво. Авторитарный режим именно так и сохраняется. По итогу посадил? Да почему? Отправил просто к другому диктатору в гости и все, говорит, давай-ка подальше от меня. А говорил, что посадит? Ну, послушай, у нас как и Конституцию меняли так же, понимаете? Ты сам понимаешь, что ты живешь не в стране, не в государстве, а в... я не знаю, как это назвать. Ну, в доме престарелых, видимо, где у каждого второго деменция, и народ находится в таком состоянии интеллектуальной бедности, что он забывает каждый час, что произошло час до этого. А, так это очень красиво Джордж Орвелл поэтому сказал. Он когда сегодня воюем с Австразией, завтра с Этазией. Помнишь, да? 1984. Очень красиво. Это еще в 49-м году. Это аллегория на Советский Союз еще было. Да, согласен с вами. Согласен. Ну, сейчас, извини, это запрещенная книга, поэтому не дай. Слышишь, бога. А я думаю, надо многоходовочку заканчивать до конца. Я думаю, что пора выпускать Кракена. Я думаю, нужно Навального выпустить и этого Януковича сделать новым президентом России. То, что была многоходовочка, а Путин был... Послушай, послушай. Я понимаю, у тебя свои распечатки, но с тобой КГБ поработает, когда ты, конечно, по-другому будешь крякать. Понимаешь? Вот и все. С тобой уже поработало? Да не, как бы я все жду товарища майора, как бы так-то за мой острый язык, я как это, Жванецкий, понимаешь, не больше в глаз. О, бога. Привет. Привет. Как дела? Зачем ты рекламируешь эту пайботу? Или это все, что есть... из красивого в твоей квартире? Нет, это реклама. У Виталия свои распечатки. Нет, это добрый просто... вечер. Я Человек-паук. Ладно, шучу. То есть ты не Человек-паук? Я прям поверил только что. Да то я Бэтменом была. Я вот так тоже хотел только что сделать. Или как там? Вот так, да? Это очки помешали, наверное, да? Наверное, да. Вот это вот губу так подкусила, вот, когда посмотрела на мою лысину. Да тебе показалось. Я же из Украины. Откуда ты? С Каховки. С Каховки? Да. Кто мэр Каховки? Немирец, блядь. Немирец? Сейчас проверим. Ну, сейчас Филипчук, по сути. При Украине Немирец был. Да, согласен с тобой. Ты сейчас там находишься? Да. Как обстановочка? Да хуёвая, блядь. А ты как? В затопленной территории? Нет, мы выше идем. Выше идете. И что вы самого плохого видели там? Ну, как нас обстреливают 4 месяца подряд. Либо день это через до день, либо затопления или день. После? До. Сейчас уже не обстреливают? Ну, как... Ну, вот именно 4 месяца,
каждый день валили по городу по мирняку просто вот так хуярили. Похуй вообще. 4 месяца подряд. Сейчас иногда где-то прилетает, но уже не так. Ну все равно плохо. Не было возможности выехать на время вот этих боевых действий куда-то. Шо-шо? Не было варианта выехать во время боевых действий, переждать где-то? Я выезжала с папой. Ага. Папу не пропустили, и куда я поехала одна? Я с ним осталась. Только есть я и папа, все, больше никого. Чем вы там занимаетесь? Как вы выживаете? Как вы деньги зарабатываете? Ну, он получает пенсию, еще украинскую, и все. Ну, так и живем. Что значит еще украинскую? Вы в оккупированной территории или что? Да, ну, получает, типа, приватбанку, да. Приходит. Но вы находитесь под контролем России сейчас? Да, 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 да. Я думал, вы на том берегу, там, где затопление было. Не, мы на левом берегу. Понятно. Там, где вся оккупация происходит. Как русские относились к твоему отцу, к вашей семье? Блядь, как к мусору до сих пор. Ну, типа, такие, знаешь, я вообще на них не смотрю. У меня просто где-то там папа говорит, на тебя так посмотрели, проехали на машине. Я говорю, да мне похуй, я вообще как бы на них внимания не обращаю, потому что конченые, блядь, твари. Были случаи насилия у тебя или у твоих друзей, подруг? Нет, все мои друзья выехали, я же говорю, осталось только я и папа, больше нет. Вообще, ни знакомых, ни родственников. Вы в частном доме или в квартире живете? В частном. Мина прилетела, вот только мы выезжали, получается, где-то в начале января. И вечеря по-украинскому. 6 на 7, по-моему, да? Ну, наверное, я не очень праздник. А ты что, не с Украины? Я с Украины, но я в праздниках не очень по датам. Точно с Украины? Да, я с Кривого Рога, с места президента. Добре. Так вот, и получается, потом 6 числа начался минометный обстрел где-то с часу ночи. И я говорю, слышу типа вот свист. Бывает свист 3 секунды, прилет, бывает свист 2 секунды, прилет, бывает свист и вообще нет, типа, ну, таймера, понимаешь, типа. И получается, мы побежали сразу в подвал. И, короче, слышим, что свист и сразу прилет, где-то по улице хуярит у нас. И мы такие все пиздец, думаю, блядь, дай боже, чтоб не попали в хату или в нас, бо, блядь, подвал 3 метра, думаю, блядь, господи. Ну, я не знаю, я как будто бы такой, знаешь, стойкий человек, что, типа, мне как будто бы все под силу подвластно. При этом я, типа, как-то такая стойкая, типа, я не паникую, я там, у меня нет каких-то... Я не знаю, это нормально или нет, блядь, ну, похуй, короче. Ну, психика гибкая, она приспосабливается. Наверное, да. И мы сидим, и, короче, в подвале такой, бух, и штукатурка сыпется на нас. Я такая, думаю, все, пизда. Еще постели час, потом выходим, а такая туман такой. Я думаю, блядь, все, ебать, хаты разъебашили. Думаю, пизда. Потом выходим, а оказывается, у нас есть именно наша хата, есть летняя кухня. И, короче, прям вот частично разрушила летнюю кухню, и у нас пол, ну, именно с нашего дома, крышу пол, ну, типа, пол дома крышу, нахуй, и осколки везде, блядь. Охуеть. Блядь. И все, я потом такая, охуеть. То есть тогда вы бы хавали, сидели в летке, и вас бы прикрыло? Да. Ну, типа, потому что мы уже, понимаешь, мы уже выучили, пока мы в оккупации, мы уже выучили звуки мин, звуки, блядь, там, арты, блядь. Блядь, что там еще, гранатомета, блядь, и еще куча танк, БТР, и вся эта хуйня, типа, мы же выучили, что, откуда и где может быть, блядь. И поэтому, как, главное, когда летит, чтобы не свистело, а когда, знаешь, типа, наши хуярят, хлопцы наши, именно наши, то уже можно и в подвал не идти, потому что наши хуярят, тоже другая
тоже задача, блядь, русских сниматься. Надеюсь, не сибулся никогда больше. Так что, такие справы. Ужас. Я надеюсь, я не в прямом эфире, нет? Да. Что, в смысле, да? В прямом. Сама переключилась. Надо же было тогда говориться как-то. Что с этим делать? Она ушла. Я вот подумал о том, что можно же было бы... ну, она говорит про подвал, 3 метра там. А я вот думаю, ну да, если у людей прям нет возможности уехать никуда, стрим у Виталика не проключится, да, потому что так надо. Чтоб сиси всякие тут не показывали. Блин, если она в оккупации, ты ее подставляешь. Она вышла в интернет. Я-то все понимаю, но я сказал ей, мы не договорились, мы сейчас не договорились, что с этим делать, она убежала. Много гремлинов, фотки, есть орков, где находятся боеприпасы, пошли в WhatsApp ЗСУ. А, ну, кстати, да я думаю, те люди, которые выкупают, они в интернете посмотрят, что делать с, ну, как помочь украинской армии. Так просто, если человек понимает, что ему, у него есть гараж, и, ну, пиздец, он не может выбраться из города, я думаю, надо копать, надо лабиринты делать, у тебя времени неограниченное количество, просто выкапываешь себе квартиру целую под землей, потихонечку глиной пиздячил ее, какие-то эти светильнички провел, я видел такие-то в фильмах, в ютубах, африканцы какие-то или там где-то из глины, они вырывают... Прям землянки огромные, квартиры, там бани делают, сауны, спа там какие-то, ну, себе для жизни. Прям канал на Ютубе есть. Вы не видели такого? Я просто видел, я был настолько поражен вот этим все происходящим. 1200 лайков можно попасть, Ютубчик? Огромные землянки. Но это типы... А там даже в шорцах, по-моему, это было. Кто знает, это... гарный план, можно и потолок бетоном залить. Кто знает... О, я нашел, походу. Охуеть, я нашел именно то, о чем я вам говорил, чатик. Тиктокчик, накидайте лайкосиков сюда на 1000 и перелетайте. Вселенка, напишите в Ютубе. Сейчас посмотрим про то, что я вам сейчас говорил. Это потрясающе, это просто 100 из 100. Джангл, survival, выживание в джанглах. Смотрите, просто пиздуй тип. У него в руках какая-то поеботка, лопатка какая-то вонючая. Это даже не лопатка, это кинжальчик. И вот это вот этим кинжальчиком он сейчас построит вот здесь просто на поляне. Смотри, согреб листочки. Вот так вот сейчас ебанем в X2. X2. И вот, сгреб все. Хуяк. Начал копать. Начал пи... Так, не глюч. Начал просто пиздячить земельку. Потихонечку, под звуки природы. Ой, тихий еще, выбачьте, пожалуйста. Дивите. Повыгребал. Хуяк, больше. Больше, уже ступеньку вырыл. Потом, опа. И вот так просто, вот все уже здесь же диванчик сделал себе. Дальше попиздил. Это глина какая-то или чего там? Смотрите, что он уже вырывал уже. Для светильничка уже поделал. Лижечки. Ступенечки. Прикиньте. Понакрывал, намесил, все, глиной крышу. Замотал, зачудил. И что у нас получилось? Опа, и закрылся. Тупо хату чувак себе сделал.
Смотрите. Все, кайфует. Жив, цел, орел. Перемотку выключи. Да как это выключи? По-моему, это просто... Все, такие штуки сейчас. Что он делает тут еще прикольного? 230. А, это только что мы пострели? Строительство подземного дома подручными средствами. Так, что тут интересный дом? Давайте посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой, это прикиньте. А, не, ну это не очень круто. Просто углубление сделал. Там были Jungle Survival. Да, по-моему, так. Jungle Survival. О, все, 6 лямов подписчиков. И это чуваки просто вот делают, издеваются вот такие штуки. 86 лямов. Сука. А, это оно и есть, да? Или нет? Опять что-то накопал тут. Так можно залипать часами на эти видосики. Ладно, посмотрите у себя. Потому что я пытаюсь быстро, чтобы вас это особо не заебывало. Поэтому вы не понимаете, я дебил. Я-то дебил. Я-то сам это понимаю. Нифига себе, это ж Лаврентий Берия. Смешно. Вообще смешно. А что, Лаврентий Павлович был хорошим мужичком, кстати, в свое время. Ты что, не поддерживаешь производителя России? Какого производителя России? Забугорные футболки носишь, налоги платишь им. Они же вас не поддерживают. Кто не поддерживает? Ну вот эти заграничные страны. Какие заграничные страны? Ну вот эти буржуи. Буржуи? Ты не любишь буржуев, что ли? А ты любишь? Не знаю, нормально ко всем отношусь. Вот абсолютно. Здесь. Привет. Как у вас? И как бы... Убрать уже было несколько пошел, короче. Я за все... Стенд. Здорово, ебаный сей. Паник немножко в своих мыслях. Оденься. Індонезійці, звісно, перегляди гарний роблять, тим паче в них там прожитковий мінімум дуже маленький, в країні пару доларів на добу їжі вистачають. На пару доларів на добу їжі вистачить. Так на пару доларів на 60 гривень, ну якщо дома їсти, то й в Україні вистачить. Гречкою купив собі, зварив пачку і все, їж собі цілий день. Чатику, скажіть, будь ласка, скільки ви витрачаєте грошей в день на їжу? Ну, дома виїсти чи десь, але от середнє арифметичне
за місяць, скільки ви за день витрачаєте на їжу? На перші 100 days building a modern underground. О, привіт. Привіт. Що, Ютуб? Сейчас, только если это не что-то порнографическое. Вау! 725 мільйонів переглядів. П'ять мільйонів лайків. Усе, план прорабатують, як на Білорусь готувалось нападіння. Сколько на это времени потрачено? Я ж просто сдурею, если на это потрачено, типа, часы, а не месяца. Не, ну вот видно, уже пару суток уебушили. Бля, ступеньки с углублением что-то делают. Это уже произведение искусства. А только 2 минуты прошло. Это 10% от того, что они сейчас придут. Смотри, что вы там. Охуеть. Смотри, залазит куда-то. В Украине делать такой контент реально сейчас военного стану там в оккупованных территориях так дом себе вырыл пятиэтажку собрали из дома вырыли вниз себе пятиэтажку все чилят потихонечку еще деревья нашли смотри что происходит. Кстати, да, на нем чистые шорты. Что, труну какую-то, гроб себе вырывает? Они водопад сейчас сделают там. Вы вообще верите в то, что происходит? Так, поняли. Как они провели туда воду, блядь? Что вытворяют? Ёпа. Начинается, давайте мне. Давайте, заставьте меня еще потихавать себе. Яйца варить. Что они потом с этим делают? Они продают это? У них же куча, там сотни видео на канале. Они продают потом эту хату кому-то? Или сдают в аренду, или потом приезжают туристы и думают, что это luxury village, а это они двумя лопатками запизячили за двое суток. Роллы сейчас нахуярят себе.
пиздит. Ну, а, не, вы просто тоже. Там понятно, что вы похавали дальше, что вы делаете. А, или это они уже кайфуют? С пуэрчика только что чмакнули. Так, это что-то запрещенное, блин. Зеленушки сделали там. Травой все повлаживали. Представляете? Попробуйте в Доминикане, в какой-то на Мальдивах, на где там на Бали, найти вот такое вот, как типы сделали лопатками. Это просто вот те детки, которым мамы разрешали баловаться в детстве, и все вот эту пришелепку в этой идее реализуют, с этой люляшку. Еще и готовят вкусно. Ну вот, это просто к слову, к тому, что можно и в Украине такое делать в случае, когда вы понимаете, что очко полнейшее, но у вас есть гараж. И вы под землей себе вырыли вот такую штуку. Лопатку. Что не лопат? Ну, условно, у них же не было там суперстройматериалов. Они делали все из подручных средств. Алло. Привет, девочки. Что сказала сейчас? Вы стримите? Да. Россия или Украина? Индонезия. Нас так не выйдет земля. Это... Ну, а чё? А чё, с черноземчика не выйдет? Мне кажется, еще и питательных веществ можно оттуда... Охуеть, прикиньте, можно сделать подземную теплицу, выкопать и сделать там подземную теплицу и выращивать там, ага, хуй там плавал, как ты выращивать будешь без солнечного света, удобрения-то можно напетлять, земля-то и плодовитая, все, но без солнечного света, ну что, нихуя не вырастет, да, или есть что-то, что растет без солнечного света. Можно же ламп, ага, света нету под землей, дебил, сука, тупой. А можно как-то электричество по-другому добывать? Может, а можно велосипед крутить? Вот так просто по очереди крутишь педали, там вырабатывает свет, но ультрафиолетовые лампы какие-то, или есть какие-то растения, которые без ультрафиолета. А можно же сделать ретранслятор, можно поставить зеркала и направлять солнечный свет, от, ну там откуда-то зим, хотя оно должно быть герметично, чтобы оно было достаточно защищенное. Я думаю, надо что-то с этим делать. Гидропоника. Да, гидропоника. Я никто не знаю. Зеркала, как в Египте. Вот, зеркалами как-то ретранслировать на, туда под землю. Но это уже будет недостаточно под землей. Пойдет дождь или затопят Каховскую ГЭС. И все, и затоплена вся твоя теплица. И все, что с ней связано. Или вообще дождь пойдет. А хотя, если обычный дождь пойдет, то нормально будет. Я не знаю. Про велосипед. Я в телегу зараз кину прикол. Запиши мой номер, бро. Да, выйдет, если земля цельна, то норм, плюс глиняный слой, если не песчаные, светлячки, жучки свет дадут. Можно только крышу просрать. Солнечная батарея существует же. Кстати, солнечные батареи-то существуют. И они будут... А как они будут давать? Лампы просто будут такие светить? Ультрафиолетовые типа, да? Массаж головы для умных мыслей. Фантазер, ты меня называла. Лакшери окоп. Це фонарь. Идите с кэпом купать на ютуб. Да, иду. Не даете мне полетать в мыслях. Да, меня так размотало с этой хуйни, бля, пиздец. Согласен, но мне похуй на тебя. Добраніч, дякую за стрим. Добраніч, дякую за те, що залетіли, побули з нами. І зі мною провели час. Мені дуже... Знаєте, що у мене є чатик?
Дивіться прикол, що в мене є. Перший раз показую. Як ви думаєте, що це таке? Що це за папірус? Що там всередині? Що це? Чатик, що це? Ви знаєте чи ні? Пишіть. Правильно. Павел Юркевич. Это отпевание. Распечатанное на папирусе. Прикиньте. Прикиньте. Бесчестные два реза едно страдая, без цели и смысла гореть вам игриста, не спасая вас, Боже, у сей тревожных ублюдков, проклятых мразей супостатов во веки веку. Класс. Я знаю, что класс. Мне тоже нравится. Напечатали такую штучку-дрючку. Будем посмотреть. Шрифт классный. Реверс стрим. Сейчас, где? Арченятка стрим. Пум. Пам. О, уйсяш. Интересно, ты меня увидишь? Нет, к сожалению, скорее всего. Тебя я не увижу, возможно, но тебя... No. О, здорово. Здорово. Я тебя видел, ты стример охуенный такой. Тебя смотрю в Ютубе. Спасибо за комплименты, конечно. Я себя таким не считаю. Смотришь, позитивно относишься или ненавидишь? Тебя? Да. Тебя позитивно. Я позитивно. Ты ну, не нормально человек. Спецоперацию? А войну кто поддерживает? Никто. Никто, согласен. По последним событиям, что можешь сказать? Вот эти все концерты Пригожина и Путина. Бля, братан. Как-то, вот видишь, нет. Ну, он сейчас у нас уже мемы такие пошли, типа, арестовали три Пригожина. Откуда три Пригожина, я хуй знаю. Блядь, ну, бред, реально. Короче, да, там, видел там в Ростове там что-то там танки, хуянки, потом на Москву что-то он хотел пойти. Ну, блядь, какой-то бред. И потом он сейчас говорят, что он скипнул Белоруссию, правильно? Да. И нахуй он там нужен? Братан, вот ты мне объясни. А он получил все, что он хотел от Кремля, от Путина. Или бабок дохуя запросил, или там какие-то другие привилегии себе. Путин пошел на все уступки через Лукашенко. Представляешь, Путин даже не удосужился сам решить урегулировать этот конфликт и вынужден был обратиться к задействованию третьих лиц. А тебе не кажется, как это многоходовочка и замануха? Тебе не кажется? Для чего? Как для кого? Замануха? По поводу? Не знаю. Просто я так думаю, многоходовочка и замануха. Если ты не знаешь, и я не знаю, а многоходовочка уже прошла, значит, она не сработала. По-любому, значит, нет. Представляешь, и даже тут обосрались. Просто Лукашенко зачем сюда было втягивать, вообще непонятно. Хотя бы рейтингов Путину прибавили бы на основании такого количества его проебов, факапов. Вот так еще и Лукашенко рейтинги поднимают, а Путина падают. Кому, к чему, зачем? Вот, вот, к чему, зачем? А нахуя Лукашенко нужен этот Пригожин? Ты мне объясни. Пожалуйста. А как это не нужен? Ну смотри, Лукашенко как бы вроде бы поддерживает и сотрудничает с Россией, но только территорию свою предоставляет. Вроде бы. Вот, армию свою не отправляет умирать, авиацию свою не отправляет, там... Артиллерию не отправляет, танки на месте, все. Он готовится, он ждет, пока Россия достаточно ослабнет для того, чтобы откусить свои приоритеты из Российской Федерации. А теперь ему еще и принадлежит 25-тысячная группировка. Сколько власти будет в руках этого человека? Лукашенко и Пригожин объединится, там еще Кадыров.
приписюница с ними втроем, тройничок. А, дело в том, когда смотрел в официальных источниках, кадыровцы, наоборот, в Москву приехали всей Чечней, наоборот, защищать Путина. А ты говоришь, кадыровцы. Ага. Наоборот. Когда они приехали? Когда они приехали? Когда уже с Путиным уже все было договорено, и Лукашенко уже был на связи. А сразу они молчали. Сразу Кадыров молчал, заявлений никаких не говорил. А он как будто у него телефон не под рукой был. Тиктоки там под Киевом он гораст снимать, когда Киев за 3 дня собирались идти с парадной формой. А когда у Путина проблема оказалась, то он выдержал паузу 12-часовую, только потом начал что-то обращение записывать. Понял. Тоже странно. Ты где живешь? Я с Мурманска. Мурманск. А почему не уехал из России? А зачем? У меня в Мурманске здесь неплохо. Ну, повестка придет. Что будешь делать? А, братан, дело в том, что мне 48 лет. Меня не заберут. Я старый уже. Были 50 чем-то лет на спецоперации? Ну, не знаю. У меня пока еще повестки не было. А если придешь, как... что будешь делать? Ох, братан, я не знаю. Дело в том, знаешь что, как бы я со своей женой общался тоже, говорит, типа, Денис, не ходи, потому что 2 инвалида я не протяну, потому что у меня у Светы диабет, и отрезали ногу. Вот, она без ноги. Так что, говорит, 2 инвалида я не протяну. Я хожу за нее, мочу убираю, там, ну, то все это, понимаешь? Ну, не получится, брат. Угу. Понятно. Как ты думаешь, закончится эта война? Она будет долгая, братан. Стопудово будет долгая. И ничем не закончится, я так думаю. Как она может ничем не закончиться? Каждая, все войны в мире заканчиваются. Ну, значит... договором каким-нибудь миром там. Блин, братан, я не знаю, вот серьезно, я вот в политике как бы не очень. Понятно. Ну ладно. Не очень, то и не очень. Не будем мучать. Хлопец вроде. Нормально. Не потеряшка. Но если нечего сказать, то и нечего писью мять. 50 людей в тиктокчику. Будьте ласкаві, подивіться лайкосиків, тут побіздячте, давайте 10 тисяч лайкосів тут зробимо, і я вас запевню, що тут буде мінімум 100 глядачів, тисяч, мільйонів, мільярдів. І експеримент такий зробимо, перевіримо. Такого тобі, братан, це дерьмо. Та що, типунька собі сидить, мочу убирає за кем-то. Що з нього взяти? Пусть продовжує мочу убирати, не будемо йому мішати займатися любимим ділом. В своей любимой стране, которую он как бы вроде и да, немножко и понимает. Сделать для ничего не может, но вроде-то немножко и что-то и понимает. Я русский. Вы не видели мальчика? Я русский. Да подожди, заткнись. Я иду. Подожди, закрой рот. Вы не видели мальчика с длинными волосами? А вы русские? Вы не видели мальчика с длинными волосами? Слышь, ты чего обидишь свою подружку? Ну, то, что она мне мешает. Как ты себя ведешь? Приди себя в порядок, блядь. Подумай о своем поведении. Это уголовно наказуемо быть мразотой молочной. Слышь, вы одинаковые? Вы с одной писи вылезли или что? Вы не видели мальчика с длинными волосами? А вас выколупывали или вы сами выплюнулись? Почему вы меня перебиваете? Я тебя не перебиваю, я тебя просто... Да что вы? Да. Вопрос. Жесткий стиль или букеты роз? Не уроешь никогда. Уже по факту это сделал. Ты видишь, как она голову отворачивает в незнание, как ее противоставить, что сказать, что сделать? Мантрочка такая немножко залетела в студию. Опа, ты что? Здрасте. Здрасте. Что мы будем с этим делать? Ну, наверное, будем рассказывать, как у вас там дела. Ну, развлекают. Что? Тут скучно, блядь. Мне тебя развлекать? Ты же голенький стоишь. Покажи, на что способен. Нет, я, блядь, буду развлекать тебя, блядь. Ты же блогер с таким микрофоном. Ты голенький стал, ты развлекай. Я же тебя развлекать должен.
Ты должен, обязан, по факту. Что, ебанулась дура, блядь? Охуела дура, блядь, ты что, блядь? Базаришь, нахуй, хуйню какую-то несешь, блядь. Почему? Куда? Зачем? Ты развлекай меня. Развлекай меня, блядь, сказал быстро. Да, я тебя сейчас буду развлекать. Вот смотри, какое классное развлечение. Сейчас оба и другой человек. Стрім збереже, щоб знову подивитися. Ти думаєш, що ті персонажі, яких вартує переглядувати ще раз? Мені здається, що no. Привіт. Ну, стрімер, привіт. По-любому. Ти з Росії? Я з Росії. Це болезно, дуже сильно сочувствую. Ти плачеш по ночам постійно, кожен день? Навіщо мені плакати? Кожен день? Тому що ти в Росії. Ну, навіщо? Ну, в Росії сложно, в Росії больно, со всіх сторон тебе обманывают, унижают, заставляют. Настя, ти тварь, мразь, я тебя заставляю. Ти впитываєш, ти чувствуєш себе отребьем, куском говна, нікому не нужно ні в самой Росії, ні в других странах, в которых там что-то, как какие-то взаимодействия, действия, переплетение душ, систематизация познания высоких глубинных частот. Высоких вибраций. Поэтому куда ты ушла? Я хочу с лицом разговаривать, а не с твоей тенью. Я понимаю, что ты по жизни тень. Но как бы нужно же хоть немножко... Чё, слушай. Сука. А будь здоров. Да. Он стримил. Слава Украине. Ничего. Ты будь здоров. Спасибо. Как будто кондёр включаю, начинаю чихачить. Начинаю чихачить. Чихачить. А потом выключаю, перестаю. Представляете, как это работает? Все, пошла. Полоса препятствий. Чудно. TNT. Вспоминается нетленный хит группы AC/DC. Говорили просто с тобой недавно, ты мне сказал за эту штуку, а я помню, что я обещал, и ладно, уже так уж и быть. Был в магазине, покупал своему малому клавиши, пообещал ему на день рождения, и решил эту штуку купить. Не знаю, повлияло ли это как-то на качество моего разговора в чат-рулетке, но будем надеяться. Ну, вообще она влияет, потому что эта штука хорошо раскачивает. Это же динамит, наверное, да? Правильно понимаю? Да. Она хорошо раскачивает для как раз для ведения стримов, для подкастов. Именно дикторская история, поэтому все правильно ты сделал. Ну, хотелось бы, чтобы $200 не впустую. Да-да. Такая маленькая штучка, а стоит таких бабок. Это да. Это да. У меня, короче, немецкая штучка, она дешевле, но она меньше раскачивает, чем динамит. Хотя мне было бы лучше динамит. Но не было динамита, когда я себе это покупал, а хотелось тоже, знаешь, прямо сейчас дайте. И поэтому... Хочу короче, слышать твое мнение по поводу последних событий. Да какое мнение? Никто ничего не знает, не понимает, все как бы... Никто нету, понимания нет. Ни у кого. Ни у кого. И сегодня, последнее сегодняшнее обращение, которое было названо историческим, каким-то там судьбоносным, если ты слышал его, оно начиналось словами... Я сегодня слушал. Вот. Оно начиналось словами «Вновь сегодня обращаюсь к вам». То есть это сообщение, скорее всего, еще из субботних источников, понимаешь? Mm-hmm. И должен же был вроде выступить пан Лукашенко, и где... И шо? Да ну и выступил. Это разве не плевок? Я не знаю, если это план Кремля для чего-то, для кого-то... Нет, я не думаю. Это же понижает рейтинги Путина, если он не может урегулировать собственноручно конфликт непосредственно внутри своей страны. Какие там внешние разбирательства он может проецировать? Ну, кого? Я патриот и очень люблю свою страну, но у меня есть неосознанный друг. Так вот, мой друг говорит... что самое главное из последней речи Владимира Владимировича здесь у нас на форуме экономическом о том, что основное приобретение, которое сделала Россия, это суверенитет. Но получается так,
что суверенитет-то потерян. Это мой друг говорит, не я. Не надо мне приписывать эти жесткие, жалкие инсинуации. О том, что только иностранный лидер смог закончить кризис в России. Понимаешь? Вот оно как. И репутационные риски выше любых других. Вообще, и все, что произошло, то есть, и вот это вот блеяние пропаганды, которая не понимает, что говорить, говорит достаточно, ну, просто, знаешь, ну, вот это возьму. Народ сплотился, вы видели, как бы, а при этом есть видосы, где они там, если ты смотрел, где они там братаются с Пригожиным, да. Обнимают. Армия, ну, России, поэтому, да. Поэтому... Хлебом и солью встречали, обнимались, плакали, передавали там. Да, да. Продукты им несли, фотографировали и, с ними. По сути, даже в преддверии выбора в России, когда там, в 24-м выборы? В 24-м, да. В 24-м. Потрясающе. Очень много ходов. Мне тут россияне про многоходовочки рассказывают, что это было направлено, а я спрашиваю, а на что? И как-то ответа как бы нет, потому что реакции какой-то не поступило. Какой-то, возможно, от Украины ожидали переход в контрнаступление или что-то там, но как-то не сработало. Хотели пойти путем 95-го квартала, видимо, отдать, сделать реферанс, как это называется? Реферанс, да? Возврат. Ну, реверанс. Или референс. 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 Такой тупой, конечно. Реверс. 9 классов свои закончил. Хочется выебываться, а не получается. Бывает, я вот сейчас на стриме, вот недавно закончил стрим, встретил барышню, она была с Москвы. Знаешь, как говорят некоторые, с Москвы. И я говорю, как так? Я вот, что происходит? Говорят, на вас колонна какая-то перла там. А она говорит, моя жизнь никак не поменялась. Я говорю, ну как, вот вы считаете, это нормально? Я говорю, что такие события в России происходят. Она говорит, а вы откуда? Я говорю, ну я вообще типа из Выборга, из Ленинградской области, на меня колонна не перла, поэтому я как-то даже и не задумывался об этом. Она говорит, нет, ну моя жизнь не поменялась. Я говорю, так я не про это спрашиваю. Я говорю, я спрашиваю, вы считаете нормально, что в России такие события происходят? Она говорит, а какие? Я говорю, ну берут города. Я говорю, как можно Ростов потерять за 4 часа? Воронеж потерять, значит, потерять воздушные судна. И вы считаете это нормально? Она так помолчала, говорит, а вы? Я говорю, я не знаю, я говорю, политикой не интересуюсь. Я говорю, но на меня и колонна не ехала. Я говорю, вот на вас, как человек, на которого ехала колонна. Но они же не доехали. То есть, понимаешь, постоянный сумбур. Нечего отвечать, нечего. Непонятно, что говорить. А и понимаешь, самая классная история, что никто не понимает, чем это закончилось. Потому что, с одной стороны, якобы уголовное дело прекращено, и все пообещали, что все, чики-пики, а оно не прекращено. Вот. А теперь, получается, встретишь вот такого умного, окончившего 9 классов чувака, как ты. Ты задаешь каверзный вопрос, а ответить как бы особо по факту-то нечего. Что они отвечают? Ну, это вы большие ребята, большие дяди, они там договорились, нам, обычным людям, нечего знать. Понимаешь, они, ну, россияне уже настолько свыклись с мыслью о царстве своем бесконечном, вечном, и о царе Путине, что они признают, они дают должное, что они всего лишь... разменная монета, всего лишь мобилизационный ресурс и фаршик для мясорубки. Ну, никто по факту, это меня уже ставит ступор. Я не знаю, как уже с ними общаться. В таком случае, никак. Если... Ну, человек признал, что он кусок говна, что он ничего не... Он пыль, он подошва, он что? Ну, ладно, все. Ну, что мне еще развивать? Давить его еще? Ай, ха-ха-ха, смешно, ты мусор, грязь. Ну, мне кажется, вот еще месяца там 3-5... И можно заканчивать чат-рулеткой, потому что... Ну да. Что ты будешь слышать-то? Ну, я же это всегда говорил, мне задавались вопросы, а вот какие изменения и когда они начнут происходить? Я говорил о том, что чем сильнее будет кризис, и я давным-давно говорил о том, что и в том числе дыхание гражданской войны близко, и будут кризисы абсолютно точно, будет усталость непосредственно действующих лиц, и будет усталость широких кругов. Ну, потому что это невозможно. При этом как бы они все равно пытаются через пропаганду вроде бы привносить какой-то смысл, но он все время один и тот же, и они как бы из пустого порожня его льют туда-сюда. Как бы рейтинги пропаганды рухнули, все рухнуло, и как бы, ну, тебе никуда не деться, потому что вокруг тебя только этот информационный вакуум.
Мэнчик, ты такой, типа, уже... По поводу того, что российская армия — вторая армия в мире, потом вторая армия в Европе, теперь вторая армия в России. Да-да-да-да. Что теперь будет с ЧВК Вагнер? Пригожина уже теперь не будет. ЧВК Вагнер с Пригожиным улетает в Беларусь? Или они расформировываются, или новый Шойгу там назначают, Герасимова? Я так понимаю, я не знаю, насколько, что там их спичрайтеры, некие политологи, если вообще они у нас какие-либо остались, готовят. Я бы на их месте просто бы умолчал эту историю. Я бы никак не комментировал, где Пригожин и что с ним. Потому что я бы просто типа сказал, что это входило в договоренность с ним, что мы не раскрываем деталей. А все бойцы, которые герои и героически готовы продолжать служить, уже служат в армии РФ. И это как бы рассосало бы ситуацию, ну, то есть люди бы судачили, естественно. Это бы ситуация, ну, понятно, она войдет в аналы российской истории, тут как бы не скроешь. Но, тем не менее, в данный момент времени, чтобы, знаешь, просто как бы, ну, кризис так замылить. Все, типа, все разобрались, все хорошо, все окей, государственность не нарушена, суверенность неприкосновенна. Возможности невероятные. Да, и, честно говоря, мы еще не начинали. Ну, вот, то есть, вот как бы, если бы я там, наверное, был, я бы как-то к этой истории пришел. Потому что она, чтобы снова подтянуть, потому что если ты посмотри Z-каналы, как они отреагировали именно на сегодняшнее эпохальное вселенского значения выступление. Там это просто... Таких слов не всегда я услышу здесь от украинцев в чат-рулетке на тему Владимира Владимировича. Там как бы... Да, там про разочарование полное. Там просто... Как бы и этих людей, ты понимаешь, что это же очень важный у нас кластер того, что ты эмоционально их держишь. У них звенит... Должно вот здесь звенеть имперскость, понимаешь, что мы... Мы можем вместе, сила, бла-бла-бла. А все это, как бы сейчас просто понятно куда. Куда ушло. И вот сейчас очень многие, я просто видел 4 скрина, там просто, знаешь, ну, подписка в Телеграме на Z-каналы, и вот прям, и это все. Мой дедушка мог больше, бабушка говорила, что он может дольше. Вот это вот все. И это Z-каналы. Ну, люди очень поддерживали. Народ очень сильно поддерживал Пригожина. И слушали, и шли за ним. 300 там с чем-то тысяч подписчиков. Самый крупный телеграм-канал русский военный. И... Да? Да. И последнее там сообщение у него, прослушивание было больше там сколько? Миллиона там? Что-то там какое-то... Нереальные цифры, учитывая, что это телеграм. А так... Как бы при этом тут же вопрос в другом. Тут же вопрос, что эти люди... Говорят, что ладно то, что он развернулся, если убрать этот финал, как мне тоже понравился мем, что я больше никогда не буду докапываться до странных сериалов, которые вдруг ни с того ни с сего как-то странно кончаются, или в кино фильм, как, значит, конец абсолютно нелогичен. Но фишка в том, что пали города, что границы ключ, как обычно, как пел наш прекрасный Егор Летов, опять переломлен пополам. Не просто переломлен, но то, что за 4 часа город-миллионник как бы пал. И то, что люди вооруженные стояли и взяли, собственно, генштаб МО, который, опять же, да, как ты сказал, вторая армия мира. Вот у них что, вся какая история. И по большому счету, я действительно сейчас слушал, эксперт сказал, а если бы они из Ростова отправились не на Москву, а все колонны бы поехали бы брать ядерное оружие, благо там недалеко оно по направлению. И вот эти люди приехали и совершенно достаточно спокойно заняли как бы базу с ядерным... И что дальше? Ты представляешь, какая весомость аргументов вырастает сразу же? Mm-hmm. Типа... Ну как, вот знаешь, я там смотрел когда-то фильмы, какие-то блокбастеры, где какие-то плохиши проникают там на какую-то базу, там, значит, крадут обогащенный уран, и все такие... И это сразу сюжет как бы... А тут это у тебя в реальной жизни, ну, образно случилось. Ну, и смотрел сегодня Варламова, и он говорил, что... Или Каца смотрел, не помню, ну, и всех их смотрел. Кто-то из них говорил, что, возможно, Пригожин действительно хотел делать мятеж, делать государственный переворот. Просто он сделал вот это все, хайп поднял и рассчитывал на поддержку каких-то высоких лиц, чиновников, там, олигархов, военных структур каких-то. Не получил достаточной поддержки, понял, что не вывезет против нынешней структуры и... дал заднюю, согласился на условия или там как-то договорились. Вот то, что через Лукашенко, это мне вообще непонятно.
Это... Никому, никому, никто не понимает, вообще никто не понимает. Но опять же, смотри, господин Пригожин, понимающий человек, он работает в этих структурах очень много лет. И он прекрасно понимает, что в глазах этих людей это будет непрощаемое предательство, и договориться будет невозможно. То есть здесь, как там, как говорит наш великий лидер, если драка неизбежна, бей первым. А здесь не то, что драка неизбежна была, это они же просто ужас, что в его, понимаю, ну, как бы, да, в его иерархической цепочке свершили. Мне кажется, а как ты можешь... не копали. Если бы это были делали как постанову, то в суматохе не выкапывали бы там окопы всякие, не строили. Не-не, это не... я не верю в постанову, потому что едет чувак, ты видел это видео с видеорегистратора, едет чувак просто на машине, никакого отношения не имеющий. И в него перед ним влетает бомба и разрывает дорогу. Как бы падает горящий самолет с людьми на борту. Ну, в смысле? Ну, я никогда не поверю, что это, знаешь, такая классная постановка. С другой стороны, российское руководство никогда не брезговало лишними жертвами. Но просто вот этот мув с третьими лицами, мне кажется, все было реально. То есть Пригожин хотел делать мятеж, и Путин был в ахуе, не понимал, как это, что, как это разрулить. А Лукашенко они всунули для того, чтобы вот эту суматоху в головах людей посеять, что типа, ну вообще к чему это? Они добавили, не поэтому. Они добавили просто специю, которая... Не поэтому, потому что Владимир Владимирович пришел к власти, его главный лозунг был «Мы с террористами не договариваемся». А если бы он стал договариваться напрямую... Да, блядь, это в его структуре, это в его ДНК пиздеть всем и вся всегда. Любое свое высказывание не сдерживает. Мы же не знаем. Там, я уверен, что там есть люди. Опять же, если бы это была хоть какая-то история, то я думаю, что реакция была бы, в смысле, в общественном поле обращение было бы гораздо раньше. Сутки все молчат. Все продолжается, все пропагандисты молчат, все депутаты. Где депутат Гурулев? Вот сегодня депутат Гурулев сказал, что надо было застрелиться. И Пригожину, и там командиру как-то его, Уткин или как-то, надо было застрелить. А где они, где вы все были два дня? Ну, Маргарита Садомян отдыхала на палубе комфортабельной яхты где-то там в Ярославле, что такое она сказала. Ну, окей. А все остальные-то где были? Где повестка? И они не знали, как делать. И единственное, что кто обратился, это Соловьев, который снял себя на фронтальную камеру грустно и сказал, то, что происходит неправильно, ребята. Надо идти на Львов, разворачивайтесь. Ну, типа, в смысле? То ты, значит, хочешь по сцене во фраке и кричишь, да мы, да у нас, да я сейчас. Проводишь там какой-то это, Да, Соловьев. Вот, и уже, когда война началась, начал смотреть видосики Соловьева с его раннего, где он рассказывал, что Крым — это все украинская территория, и там все детально расписывал. Да, да. Да? Как, почему? Что, куда все это? Потому что это не его. Потому что есть такая профессия, понимаешь, самая древняя. Ну, как бы она есть, это кто-то когда может... человека можно разъебать по факту его же деятельности, пару годовой давности? Заблуждался. Я заблуждался. Блядь. Все, я заблуждался. Он приводил такие исторические факты и аргументы, что... Понятно. Понятно. А потом, точно на такой же встрече, если ты видел другое видео, где он тоже ходит в галифе и во френче, и сказал, что нам Крым не нужен, нам нужна вся Украина. Не видел этого видео, нет? Да ну, очевидно. Ну, как бы, это было еще до всех событий. И поэтому и попытка понять есть любовь. Нет ни одного человека, который бы меня об этом не спросил, знаешь, и там из какого-то круга. Нет ни одного человека, который не попытался бы это как-то в разных выражениях, фразах обсудить, а никто ничего не вообще никто ничего не понимает. Да, факт я занял, есть. Я не стримил, занимался своими делами, мне было даже... Я не понимал, о чем говорить, и не хотел сильно радоваться, чтобы потом меня пиздюли из-за этого. И тоже скептически просто наблюдал со стороны, что происходит. И понял, понял, что ничего не понял, поэтому почему бы не зайти и не обсудить это. Да, да, да. И тебе никто, точно тебе говорю, они могут придерживаться там полупропагандистского оттенка, но тебе по факту никто ничего не скажет. У нас и так-то мало кто типа что-то понимает. У нас же есть конструкции, есть витрина, понимаешь? Почему, опять же, очень многие, я в том числе, немножко, так скажем, иронизирую по поводу прошедшего экономического форума. Потому что экономический форум в Петербурге, я знаю это не понаслышке, я участвовал в мероприятиях, которые касались развлекательного интертеймента.
ну, в далекие годы, это всегда был вот high level, это всегда было куча бабла вброшенная, это всегда было очень красиво, очень прям, знаешь, так вычурно, такой русский кич, но это надо было сделать. И там даже компании, которые себя не очень уверенно чувствовали, они практически последний бюджет отдавали, любой рекламный, там, смешный и так далее. Это было очень круто. То сейчас то, что мы получили с надувными грелками, не заводящимися китайскими машинами, то есть это полностью уничтожило любое реноме, которое там, да, зарабатывалось годами до этого. Какие артисты и звезды там выступали в рамках экономического форума, это просто миллионы долларов, просто это были звезды первые плеяды европейские, американские, это не то, что наши, понятно, естественно. Вот и все, эти закрытые вечеринки и корабли с содержанками, которые обходились в нереальные бабки. Димон, как ты это делаешь, Димончик, блядь? Говорили об одном уже про содержанок, про куда-то ну, да. Улетели, уплыли. Ладно, ну, как россияне. Важно, обсудили, спасибо тебе большое. Да. Буду идти дальше. Все, давай, берегите себя. Спасибо. Был рад, пока. Димон, конечно, может это так уплести куда-то, завернуть его, куда-то вот это все. Я вообще не понял, как он сюда пришел, как он к этому... Как мозги у человека работают, ему дать тему. Давай, Димочек, давайте с тобой обсудим пользу и вред аммиака на окружающую среду, на ноздри людей, на рост волос перпендикулярно вдыханию аммиака в твой организм, когда вот тебе поплохело немножко, и ты вот это вот все, вот, конечно, я тоже такой, но просто, когда меня начинают в эти переплетенки закручивать, я такой, типа, что ты, моим оружием меня бьешь, ты что такое делаешь, подлец, мерзавец. Не, Димон шарит, Димон профессионал своего дела. Он, как это сказать, он художник, которого еще не поняли. Не поняло большинство. Димона уже гонят все блогеры почти за нудство его. Это стрим платформа, стрим площадка, и даешь ему тему, и он, ну, это люди, ну, понимаете, люди не понимают. Люди еще маленькие, недостаточно взрослые, опытные. Для того, чтобы осознавать пользу и ценность Димончика в этой четвертлетке нашей. Андрей Панасенков, 2014 год, интересно глянь. Да, спасибо, гляну. А наш стрим подошел до своего логического завершения. Спасибо каждому из вас за то, что были с нами, со мной, провели этот день спустя недельный перерыв. Я снова здесь потихонечку так опа-опа внезапно подкрадываюсь, да, подглядываю пока за вами, и вы, наверное, за мной. Спасибо, соскучился. Большая благодарность вам за то, что уделили мне свое время. Понедельник, ночью, завтра на работу, вы вот это вот здесь, тут класс. Слава Украине, спокойной ноченьки, живите, чувствуйте лето, живите, каждый день проживайте, вы цього варті, українці, україночки, де б ви не були, що б ви не робили, цінуйте все, що у вас є, і живіть, любіть, їбіть це життя, воно у вас одне. Дякую всім за увагу, піду спадки. Цьом обійняв, душніку вашу чмакнув, просто висмоктав все, що там є. Пока. Ой, чатрулетку глянув.